И три свечки. Таблички. Испытайся, вызови шар. Пройди испытание плоти, разума и духа. Слава же тех немногих, кто преуспеет. Это сюда, ребят. А, подожди, а там есть еще проход? Да, там тоже есть какой-то проход. Ладно, пойдемте вниз, наверное. Надо пройти испытание духа и крутости. На. Интересно. О, что-то. Рычаг есть, видимо. Что ты начинаешь делать? Дело. Ага. Возможно, нам тоже надо. Может, пока подождем? Давай мы плечи. Хотя, ладно, может полить. А ну вскройся. Ай. Минус 100 хп. Та-та-та-та-та-та-та. Не сработало, но... Тут есть... Ай, плюс. Единственная проблема, что у меня заклинание немножко осталось. Мы справимся. Let's see. Ебать, здесь какие-то тени ходят. Чё за хуйня? А вы открывали эти двери? Они... Почему за мной тень бежит? Кнопка. А как вы туда попали? Ну, прошли просто. Я открыл нам проход дальше, Дим. Если... Ох, ты что, да? Да, я просто кушал. Кушаю. Блять, что-то эти тени, я так понимаю, нам не стоит попадаться, да? Да нет, я выходил, ничего не было. Так, у меня проход вверх. Я пошел сюда. Так, здесь ворота, которые можно... У тебя есть рычаг какой-то, может? О, вот рычаг. Там рычаг, да. Открылись ворота? Я открыл другим. Ну, я открыл ключом. Темный самоцвет. Так, стоп. Быть невидимым. Ага, согласен. Мягкий шаг лучше любой игры. Фак. Бас. Не серьезно. Так, я думаю, надо в стелсе забрать эту хуйню. Это. Может или что? А куда мы? Не подведем. Окей. Я думаю, это правильно то, что мы везем, но взяли. Я хуй знает. Окей. Первая задача вроде. Так, книга «Вызов шар». Вызов шар, где соберется армия темных естицаров и вступит в битву против тех, кто отринул ее объятия. Говорят, что... Ладно, тут неинтересно. Та-та-та-та-та-та-та. Так, есть дверка и табличка. Ее самая святая милость. Здесь нам точно надо репнаться. Так. Тут надо точно землю вскрыть. Это да. Вторую руку. Жертвенная чаша. Опять давай, работай. А, Антонов, да? Антон святой, так что ему. Да знаете, что у меня есть? Это его испытание. Знаете? Здесь виноградный яблочный сок. Дорога богата. У меня есть сосок.
Так, что же он здесь? Здорово. Внимание, чую ловушку. Где? Я почему... О, стоп! Вверху враг, ребят, над нами. Мирный житель. 60 хп. А, я вижу эльфа. 56 хп. Я там двоих вижу. Да, тут их много, их тут много. Ага, а это мы, ребятки, это мы, если что. Если а, это... Раз... Ну да. Разве прям вот тогда это Андрей должен быть? А, это я сверху. А где Антон? Ребят, смотрите эффекты на нас. Почитайте эффект на нас. Понятно. Испытание зеркала. Шар создает для испытания. Если существо атакует чужое отражение, оно получает эффект глупость жулика. Что за глупость жулика? Такой вот будешь жуликом. Чего глупым придать. А, где испытание зеркала? Блять, не посчитать даже, что такое. Все значения характеристик существа уменьшены на один за атаку чужого отражения. Этот эффект может быть применен еще так, трижды. Если атакует чужое отражение, но походу нам надо со своими отражениями каждый драться. Каждое свое, да. Но мое сверху, ее будет тяжело. Так, слева один ты, так что... А нет, это Антон, так что веди Антона на Антона. Андрей, иди вправо на Андрея. А мы, получается, должны как-то пройти к двум нашим братишкам. Так, как далеко я смогу пройти в инвизе? Да, сидит все на образу, блядь. Ну, мне по своей почти нереально попасть пока что. Стоп, да я масло нажму, ребят. А. Так, ладно, ты пока там ничего не делай, файти. Все, я нажал токсин. А они, кстати, нас могут быть все вместе, они Антона почти зомнили уже. И в тень ушла эльфийка, кстати. Блять, во мне этим охуярим. Блять, хуёвая ситуация. Так, а где я? А, мы все прячемся. Пипец. Я свой убил. Так, быстро. Ну, я ваншотнул просто. Блять, ты меня просто отъебал, Антон. Пиздец. Легендарным ударом, кстати. Да все, я уже пососал, не знаю, как мне убить терсы. Меня каждый по мне пострелял. Ну и было. Моя дуречка. Так, окей, я постреляю в свою тогда сейчас. Бля, сколько я вообще? Времени в бою. Пёс знал. Вот вторым надо, наверное, нажимать сейчас будет. Ебать, растворилось! Ну ладно, все, теперь меня отпиздят, но это уже не важно. Я просто пойду вперед, чтобы не ты меня резко на встречать здесь сразу. Я не буду отходить даже. А, вон он. Ну да, меня просто Димай разъебал. Ты меня резко что ли? А. Ау. А, это он же, блядь, я думаю, это... Боже, как же он бьет! А может ты их лучом? А, стоп, если ты их ебанешь лучом, тогда челу сразу хуёво же будет, да? Потому что ты ударишь не свою иллюзию. А, мы можем убивать. А, глупость жулика получил. Что же такое глупость жулика? На три хода. А, нет, а, до долгого отдыха, понял. Значение с частями меньше на один. А, понял. Ничего страшного. А, я даже встал? Это цвет хили? Да. Алло. Кикуэ. Кикуэ реально. Хороший. Неужели у меня даже дэмэдж есть небольшой? Фу, есть небольшой. Ну, конечно, не как у Антона. И вряд ли как у тебя. Ладно. У тебя больше дэмэджа, если ты въебашишь все свои эффекты заклинания. О! Так. Хуй я разъебали. Что за любовь убийца? Это...
Ты подобрал его выбитое оружие? Превратить он... Либо убийцы, кольцо очень редко. Когда вы убиваете существо, ваш следующий бросок атаки становится критическим ударом. Когда эффект потрачен, он устанавливается после долгого отдыха. Ну это такое себе. Кто хочет? Я не уверен. Ну, ну еще раз, что? Короче, когда ты убиваешь тело, следующий твой бросок будет критовым, следующая атака. И восстанавливается эта хуйня раз в долгий отдых. Я не знаю, кто-то может взять чисто слабать себя. Так, я сейчас пока еще снизу здесь посмотрю, что тут может есть. Там вернемся. Я свое ядро въебал 60 с одной атаки. Давайте мы, наверное, короткий отдых заюзаем. Один. Ну, надо бы. Better than nothing. Так, я могу себе наколдовать? Я не могу себе наколдовать. Репендри на темный транспорт. Ммм? На темный транспорт, разумею. Пешка. А что это за рычаг? А я ножу. А ты закрой эту дверь. Нет. Смотри, не закрылась дверь. Интересно как. Ну ладно. Было бы странно. Табличка. Ее самая святая милость. Так, справа тоже есть проход, ребят. Я думаю, там дальше испытание. Снизу думаешь испытание? Да. Хуёво. Да, там, да, там двери, да, два следующих испытания. А где... Что, ячейки знаний нету? Ну да, отсутствует. Ну как, у меня есть еще немножко. Плюс наколдовать в случае чего смогу. Вот поговори с этими, с крысами, у тебя как раз... Ну они опять то же самое скажут, да. Их геноцидить не буду. С ними я в братских отношениях. Испытание прыжка веры. Ага. Ну, а. Я считаю это задание для нашего прыгунчика. Стоп, подожди. Там есть невидимые штуки какие-то, по-моему. Я видел, да. Кого, блядь? А что ты пытался делать? Ты пытался прыгнуть, что случилось? Подожди, а что случилось с Антоном? А где его все бафы? И он не допрыгивал туда и почему-то решил спуститься вниз. Да, я то же самое видишь. А светом попробуй, Андрей. Пролить свет можешь? I can't. А нет, не могу. Так нам, наверное, надо свет на землю. Чтобы видеть невидимые проходы. Подожди, а я не буду их видеть, интересно. Ладно, мы их не видим. А мы не начали испытания, если что, мы кровь не капнули. А, я понял. Умом. Умом. И богиня такая, вы чего, убили? Суки. Я сейчас вас скину вниз. Теряешь хп? А, да, 4 хп. Нет, поскольку. И что же теперь? Да, он там стоит уже. А что стало после того, как мы нажали на меня? Ничего, ну я Антона могу просто прыгать далеко. А, нормально. Антон крутой, это главное. Мы лохи. Интересно, я бы туда смог просто долететь. Да, блядь, Антон! Какой же ты тупой. А, ловит. Все, отключись, надо заново кровь. Так Антон сдох. Ну тогда. Блям, Антона резко, походу. Или, если у меня есть зелье прыжков, я могу все сделать, наверное. Сейчас я построю. А не надо, не надо кровь капать. Нет, так все статуи темные. Иди сквозь тьму, чтобы оказаться в моих объятиях. Ладно, короче, тут очевидно, где проход, так что давайте, чекайте. Ну здесь понятно, что будет проход, да, да. А, вот так. Кстати, у меня есть еще один план, стой. Ладно.
Что если просто стрелять всем, а ты ничего не даст? Поняли, короче, там под конец нужно прыгнуть. Ну это сдуть нельзя? Ну я вообще не понимаю, как ты определил, где здесь проход, если чё. Просто по центру, оно всё по центру идёт. Понял, типа, стри, где середина между двумя стенками, иди, вот всё, теперь налево, где-нибудь, чуть-чуть вперёд. Нет, наверное, ещё вперёд. Да. Ещё чуть помню, даже. Ну типа, Андрей, удачи, лестнично. А подожди, Андрей, деньги есть? А, ладно, можно кинуть. А! Что? Я слишком влево отошел. О, да, а я упал здесь, ты можешь меня резать. I need somebody help. Подожди, у меня вроде было зелье прыжков, я могу просто подпрыгать все, если она здесь. Ой, сейчас. У меня сейчас на 5 хп. У меня, если что, есть тоже этот для реза. Кто? Ну, свиток. А как он называется? Свиток возрождения, я тебе его скинул уже в инвентарь. Самый последний, чем. Бля, у меня нет хуйни для прыжков. Сейчас еще раз попробуем. А даже видение невидимого тебе не помогло. Да, ну тебе дать зелье прыжков. А, да? Ну давай тогда попробуй просто пропрыгать все. Туда же можно просто пропрыгать, или она убивает? Не, ну это слепота, но я не знаю, можно ли туда пропрыгать. Ну давай. Ну? Да. Мы тебе зелье по... Ой, это, блядь, так, научить тебя летать, блядь. Хочешь? Да, это... Нет. Самое новое. Зелье выдающихся прыжков. Могу тебя телепортнуть туда, хочешь? Всё, давай я сделаю по ходам. Так будет удобнее, так зелье будет больше биться. Так, я ж могу сразу? Да, могу. Я просто умер, ага, туда нельзя. Нельзя. Зато я падаю близко к Андрею. А Антон прыгал туда и там выживал даже. Что тогда там тьмы не было. Была тьма. Да, оно свет. На него слепота накидывалась. А, может у него невязимость из-за легендарного оружия, типа на это было. На эту смерть. Ладно, Андрей, удачи, ТП-шься. Лагерь. Или пойди попробуй последний табел. Я не могу в табе. Что не можешь? Не могу в лагерь прыгнуть. А, тут красное, тут выходите сюда было. Ладно, давайте все знам еще один свиток реса. Мой. Или Дим, ты мой уже отдал. Я твой отдал ему. А-а-а. И больше у нас нет. Бля, ну сейф был далеко относительно. Ну типа, мы уже прошли два испытания. Андрей, мы верим в тебя. Нельзя читерить, надо просто идти по центру. Да нет, нет. Возвращайся на. Сейф. Он может. Иди домой и резать. А он может отсюда выйти? А что, там дверь закрыта типа сзади? Там рычаг есть вроде. Можно открыть себе дверь. Так у меня же было какое-то хуйня. Ну нельзя ТП-шиться, Андрей, это все читерство, и ты умрешь тогда. Да. Да я хочу его хильнуть, блядь. А? Кого хильнуть? Меня. Свиток хила надо любой. Зелье лечения у меня... А, это у меня книга называется «Зелье лечения». Какое? А ну-ка, если так, я не могу так, да? Осуждаю. Нет, вы не можете просто похилить труп. Труп нужно воскрешать. Когда ты лежишь, тебя можно похилить и поднять. На рычаг попробую нажать. Рычаг Андрея там. И сейчас... О. Да уж. Ля, слабо, вероятно, ты не достоин моих. Ну тебе ТП-шься, а, нельзя. Да нет, просто выйди еще дальше. В самый верх выйди. Ты уже ТП-шнулся. Он уже, ТП-шнулся. Ебать, вот, конечно, пососники. Ну давай, Андрей, следующая попытка твоя. Договорились? А еще ничего. Then thou must return. This is the price. Well, by doom and dust.
Не пролезнешь? Иди. Опа, сейчас, секунду. Этот гений Фирамир опять стримит. Он и Baldur's Gate стримит. Сейчас он сидит на полу и... Занимается той же херней. Балсоры деньги. Так. А чего, а чем она вас убивала вообще? Если что, деньги отнимаются у тех, кого резнули. Понял. То есть нам надо разделить. Не-не-не, мне без разницы, но, по-моему, у меня не было денег, поэтому, скорее всего, у Андрея взялось 200 на мой рез. А помогай тоже вообще не иметь. У меня 20 надо выкинуть. Сейчас, батя, в здании. Бенг, бенг, бенг. С первого раза. Слишком легко. Да, у меня точно 200 забралось. И 200 Андрею, и 200 было вроде как моих, а точнее Антоновых. Ладно, ого, обратно. Ого. Если сейчас нельзя будет опять испытание начать, будет мем. Надо еще раз, блядь. А, ты тут их все видно, блядь. О, она показала. Вот так, вот, вот так, вот, вот так. Пошел. А нельзя сдуть просто слепотой? Так оно показывает так, будто дальше прыгать надо вот сюда. Вот. Бля, вот дальше это уже наугад. А, что? Я просто еще нажал. О, я живой? Что? Я упал, но я живой, это что значит? Не знаю. Вторая попытка. Бать, ты дышишь. Так, а вот дальше подадим, как ты думаешь? На я вижу, что на краю эти платформы. Прям перед этой штукой. Сосать. Бля, я могу это сдуть? Интересно, что меня не убило. Ха. Ржавое копье. Можно присесть? Блять, это злоб, можно было просто сдуть. Так, какой-то проход внизу. Это, походу, последнее испытание, да? Стой, подожди. А, тут еще какой-то рычаг, где? Я нажму. А, меня вверх, слушаю. Отвозит. Там просто забор был. А меня очень вверх куда-то привезла. Очень вверх куда-то привезла. Привезла, привезла. Так, я начну... А, стоп, мы где-то возле начала этого испытания, по-моему. Или чё, или Влад нет? Вверх, я вниз. Удачи. А ты куда поехал? А, я никуда, я пошёл лутаться, пока ты не тут. Я возвращался. Благовоние. Ой.
что, по мне крысы въебали? И чё, охуели? Ну, въеби. Нет. Ну-ка. Нет, не было. Ага, можно сюда спуститься. Они попытались меня атаковать, но промазали. Свиньи. Неуважение, не мота. Неуважение. Какой-то да, чел. Да, там просто челы и... Ой, к нам идет чел еще. О, да. Магия. Ритуал Андрей здесь. А нет, где Дим? Куда ты пошел? Ну пошел туда. А, я просто вниз, пока ты был наверху. Ча, я иду. Пока со мной пытается поговорить мышь. Rat stares at you. It almost seems like it wants your attention. Блять, 21, это нереально. Да, 20 кидай. Крит успех. Невдача. Неудачник. Сейчас попробую поговорить с этой мразью. Чё тебе? There are treasures. Useless to us now, but once they had value, meaning, we hid them away, untouched for a lifetime. An ordinary rat alone, but together, something more. Some turning away from the sun. Some remember donning a black cloak. Some remember plunging a blade into an innocent heart. But we all remember a name. Lethindor. We share who he was. It shouldn't be. We should be one long dead. Instead, we are many. Scurrying. Hiding. Surviving. We are just crumbs of a life. Harmless nothings. Unless you test us. Leave us in peace. Интересно. Мне же захотелось их убить. And you better be true to your word. I am small, but we are many. Now fetch your prize and leave. Что, проводим ритуал, блять? Так, мы суть большая, чем сумма наших частей. Мы то, что формирует наши мысли, желания, саму нашу природу. Множество существ живет внутри тебя, и то, чем вы можете стать, повторяя мои слова. Были? Есть манифестация всех сущностей, что внутри нас. Слабость ваша может стать силой, если ее станет множество. Дрожащие сердца обретут мужество, боль будет их легион. Ничтожнейшие из тварей могут побороть гиганты, соберутся они целой армией. И руины могут стать королевством для одной души, разделенной на множество. Повторите. Итори Мустак трижды. Станьте лучшей версией себя, всех частей себя. Рафаил. Похуил. А, здесь какой-то шлем лежал. А, выносливость плюс один. Я не понимаю, как кстати, как этих крыс успокоить, чтобы они дали нам лук. Убить их всех. Но они интересны, потому что их хочется убить, потому что они, возможно, что-то больше, они превратятся в какую-то ебану. Давай вырежем каждую крысу в этом подземелье. Ой, блядь. Они тебя атаковали, они меня тоже пытались атаковать. О, но они доиграли. Ладно, мы идем, ребят? Пойдем, пойдите. Просто интересно было. А где Андрей? Андрей. Ага. Андрей, походу, нашел лут. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Mm-hmm. Интересно, интересно. Страшно, врубай. И куда это ты пришел, Андрей? Что ты, наверное, в муте опять, да? Или... Наверное, да. Какой-то серебряный ключ. Какие сундуки?
Понятно, понятно. Лут. Очень мить. А что тут еще есть? Ну, посередине есть какие-то свитки книг. Внимание, провал. Лучше какая-то была. Кал. Chamber of Command. Да ты шо? А ну-ка. Что-то. Вот это выстрелы, блять, охуенно. Очки достали. Там тоже прибежать, чтобы пройти внимание, но я не знаю, надо там. Ты думаю, не особо. In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady. Ты чё, блять? Always. А чё тут ничего нет? Слышь, блядь. Ага. Ну, можешь попробовать пошла добежать. Проверить. Окей. Open up. А ты знаешь, как туда пойти? Андрей ТПшнулся, он читер. Не, не ТПшнулся. Я вообще не понимаю. Ну ладно, ты пошнулся. Но я-то место, где стоял Дима, ты пошнулся сюда. А ты ТПшиться обратно сможешь? Да. ТПшиться? Ну что, мы туда прийти не можем. Ну или мы можем с Владом забить эту нежить, которая здесь. Пройти испытание. Давай. Ладно, похуй, я все открыл. Все открыл. Да, там было, конечно, 19, но меня это не остановило. Я подаю сразу в центру, чтоб если что, сразу сломать центр. Надо помощь? Подарился? Да, один выстрел, да. В эту хрень. Он уже не распавнится. Так, там сейчас спать 100%. Ладно, давай. Ну прям вообще Антон за нами. Аура не мотивировал. Понятно. Да вообще пизды такое чувство. Эй, пизды. Ладно, я подойду к одному. Ебать там арбалетчик. Ага, вот я на это смотрю и думаю, ёпа. А расстрел сейчас произойдет жесткий. Да, не надо. Танцуй, Дима, танцуй! Танцуешь? Танцуй! Ебать, он А. Танцуй, Дима, танцуй! И по Антону еще какая скидка произошла. И по мне теперь. Когда? Не. Антон? Блин, а то мечник. Так, вопрос. Антон, наверное, пойдет. Нихуя прибежал. А че они так слабо дамажат? Да я дамажу. Меня, жутко. Наверное, надо десятку ебашить. Well, хорош, бро. Я вот думаю, блядь, там есть. Хорош, братан! Братан молодец! Пацаны вообще ребята! Бахуй. Ого! Давай, Влад, я верю в тебя. Кнопка. На всех огоньки, блядь. Все, я полетел, удачи. Лети лучше. Все, я перед собой чела просто вынесу на парашу. 100%. Сейчас посмотрим, будет она вообще работать или нет. Ну, надо будет потом. Давай, Андрей. Давай. Давай. Но. Пятерка, блядь, летела. Чих, все больше и больше будет слышать. Еба.
Свинья. Не убивает. Так, ладно. Кидаем метку. Проверяем там. Что? До побачення. Сейчас, подожди, я считаю. Так, сколько я нанес сама? Так, это где-то вот здесь? 12, я не понимаю. Нет, это Андрей. А где моя атака? Я не вижу себя атаку. Вот это моя, что ли? Нет. А, вот. Ну, походу, да, походу сработало. Так, окей. Давай тогда там эти братиков остановим, чтобы они тебе не мешали. Полежите. Да я дамажу жутко. Ладно, я, бля, я не знаю, куда а мне... Что ты хотел бы проверить? Что ты хотел проверить? Ну, сработало или без два урона? Ну, какая-то есть направляющая для Орлона. Да, да, я тоже Орлона. Думаю, что это оно. Я же тоже нашел. Непонятно... Оно это или нет? Как же он танцует? А почему он его не видит? Вопрос. Антон, убей его. Нереально происходит. Если бы они еще оружие выдавали, у. Что, Андрей, ты двоих соскушаешь сначала? Ну я могу. Ебаш, а что? Боху. А почему Юджи Тодори получает 134% единственного урона вместо персонажа? Что случилось? Почему он тут за себя убил этим ударом? Вы сможете его резнуть потом? Но... Нет, его не так, как надо было резнуть. Блядь. Нормально разъебал. Эхо. Ничего, я продолжаю дальше, Дима. Пиздец. А, нет. Пизду. Не, Антон, если бы сюда, да. А! Ебать, ноль! Удачник. Антон у нас бронированный титан. Антон. Шла имба. Имба патчик. Я тебя нахуй убью. Да я дамажу жутко. А, это мне просто было впадло пусть. А, я тоже получил 8 урона от него, и ты, Дим, получил 8 урона. Обратка, то есть он... Кнопка обезвредить есть. Я обезвреживаю. А, ты же. Ты обезвредил? Эту, да. Я нажал, это не сработает. Но мы и убийцы. The mirrors here seem to not reflect light, but devour. Блять. У меня свой метод противодействия ловушкам. А как она сработала, чего? А я подошел, но не было сначала, что надо обезвредить. Да, а уж по... Да, что? Надо кнопку обез... А. Да и так на эту, посади на эту кнопку. А, и... Там сыну давали. Да. А не, там не, книги можно обезвредить тоже. Лол. Да, да. Там ловушка знает. Джокера. Она могла обезвредить? Нет, кто нажмет на последнюю кнопку, которая убьет, скорее всего. Так, книги я обезвредил. Кто убьет? Он
Вон, вот та правая, другая, дальний угол. С другой стороны, Андрей, кнопка. Напротив той, что ты думаешь. Хорош. Изя. Беги, рука, воруй. Воруй. Внимание, провал, ребята. Ловушка. Ага. Яма с газом. А, 21 сложность, пошел нахуй. Свиток личины, Андрей. Книга. Ой, парни. Пизда, да? Андрей, чем ты открыл? Парни, вы умираете, это ловушка. Нет. Нет, своя вы умираете. Нервка. Не получается. Ничего, парни, я буду помнить. Можно что-то положить сюда. Что там, если нажать на него, что написано? Ебать, класс сложности 21. Книгу надо положить, подожди. А, загадка ночи. А вы взорвали эту книгу, когда нефть не обезвредили, все. Вот так вот. Вы все проиграли, вы все умрете. Мы все так что газ будет пухать мне в лицо, что? Черт, нащупаться видишь. Давай посмотрим, что там. Так, владычица сейчас знает, что вы храните. Зарыв глубоко в душе своей. Она знает, что причиняет вам боль, что грызет самую вашу сущность. Доверьте ей все свои недостатки, позвольте ей возложить ей исцеляющие ладони и забвения поверх ваших ран. Дайте ей познать вас полностью, дабы смогла она освободить вас от ваших оков. Может, надо положить идею темное самоцвета? Мы не залутали скелета, подожди. Записка шерифского посвященного свеча из золота. Че, может, в записке что-то было? Да что ты делаешь? Если слухи правдивы, то ответ лежит на страницах этих книг. Он должен там быть. Тайный способ стать первым среди всех темных исицарок. Как я могу не погнаться за столь ценные награды? Не важно, что мне приказывали идти по этому пути. Владычица Шар, несомненно, придет восхищение от моей хитрости и настойчивости. Я изучу каждую страницу, питаю каждое слово. Подожди, мне нужно найти реликвию, мне нужно... Ладно. Там было написано, что может заставить песню ночи замолчать. Где там? Ну вот это и на загадке ночи. Сейчас все будет, блять. Свиток немоты. Блять, у меня такого нету. Ё-моё. Так, что еще здесь есть? Может, что-то упустить? Тут еще книги были. Пойду их проверю. Почему? Ловушки. Почему так? А ловушки эти не могут, да? Нихуя вы даете. Ставлено успешно. Так, что вы сделали? Я справился, да. А что ты поставил? Книгу засунул туда. Любую? Не, у меня бака это я засунул. Первая не сработала, вторая сработала. Вот не так вот. А нажмите рычаг? А я нажал. What can silence the night song? Заебал. Давай я свои книги положу. А, должно быть три книги. Угу. Это как ты понял? Давай сначала забери. Блять, не то. Интересно. Получается. What can silence the night song? Так, давай я попробую какие-то книги. Не-не-не, там не просто книги. У меня есть книга. У меня есть две книги. Учение об утрате
забвение, учение об утрате собственный секрет, фолиант в кожаном переплете, так не прочитать, рассыпалась в прах. Ну это уже две про учение, про и утрату. И шар. Но у меня похожего нет. Найдем, я тебе две отдам. Есть последняя жертва дочери Луны в тепле. О, бесконечная тьма, Андрей мне скинул. И темный юстицар. То есть должно быть, наверное, какая-то последовательность. Охуеть, ну хотя бы не шипы появляются и не пиздят нас. What can silence the night song? Что же это? Не знаю, попробуй книги полистать, может, что увидишь. Ай! Тварь. Давай так. Нет у владычицы шар слуг более ревностных и преданных, нежели темные юстицары. Они ее самые верные, самые безжалостные воины, обученные по ее методам, пропитанные ее священным доктринам. Каждый неофит должен забрать жизнь Телунита. Только после он или она сможет называть себя темным юстицаром. Таким образом, мы можем быть уверены, что каждый темный юстицар окропил свой клинок кровью врагов владычицы шар. Это было про темных юстицар. Так. Теперь может, еще в комнате что-то есть? Я пойду искать. Наждение. У Зота есть священное состояние. Ей следует восхищаться, к ней следует стремиться. Избавить тебя от всех чувств, всех привязанностей, значит, прийти к чистоте объятий владычицы шар. Каждому из нас приходится идти по своему пути, дабы отвернуться от искушений жизни и света. Помните, что все эти ложные утешения в конце концов вас предадут. Останется лишь священная тьма. Так, тут еще что-то делай написано. Ход. Лишь те, кто ход, докажут, ход, что достойны госпожи ночи, будут приглашены увидеть ее тайны. На этих стенах найдете вы 4 рычага, лишь один открывает проход. Вставьте в центр святилища и обратите взор к северо-западному углу. Но будьте бдительны, коли войдете сюда без приглашения, вас поглотит тьма. Ну, тьма это вот эти хрени, окей. Северо-западный угол. А, или, наверное, северно... Стоп, где это? North West. Это, наверное, про кнопку была, она на северо-западе. Не-не, положите книгу и возьмите, сколько говорят, на северо-западный. Окей, давай, я вставляю книги. Стой, дай. Давай. На Норс-Вест, это вот так. Окей, давайте начнем так. Забвение проверяю. Первое. Неправильно. What can silence the Давайте Андрея туда положим и застрелим. Если что-то приношение. Внимательно, тебя надо дамажить. What can silence the night song? Might not be the time. Умён. Так, каждый, ну, смотрите, книгу попытался на... положить, и ничего не получилось? Первый, нет. Но если когда я должен первую... То? Да я же... Тёмный стеца... Короче, давайте я стрим, может, скажу. Чтобы вы подумали, может, вы поймете, потому что я вообще не понимаю, что происходит.
Есть три книги. Учение об утрате, забвение, бесконечная тьма и темный истинный дар и собственный секрет. Вставляю первую. Допустим, забвение. Если ты другую вставишь первую. Я уже пробовал. Потом так, нельзя ее забрать. Вставляю вторую. Ну так само начало уже как будто неправильно получилось. Нельзя объединить. Не хватает ингредиентов. А где твоя? Я не понимаю, что тебе не хватает ингредиентов. Они на столе остаются, они дюпаются. Подожди, попробуй трихе. Соб тебя первый дамажит каждый раз, когда ты это делаешь. Ну что ж. Так трих, как только ты первый положил, у тебя уже все неправильно было. Да, я пробовал все уже такое чувство. Давайте еще раз. То есть забвение было первое. Короче, какую ты не ложил, тебя все равно дамажило, да? Темный стицар, темный стицар. Ну что дюпается. Куча денег. Так, забвение было. Давайте собственный секрет. Я его уже делал. Да, блядь, вставься. Да я дамажу жутко. Окей, забираю ее снова. Не могу. Тебе не могу? Сейчас, я смог. Окей. Теперь... Первым будет бесконечная тьма. Не хватает ингредиентов. И я не могу сейчас забрать... Книгу, потому что черная щупальца, я понял. Ну и теперь темный стицар. Ну может не одна из... А, что? Это ты тоже закинул или какую-то закинул сейчас? Что произошло? Может надо все вместе их закинуть? Подожди, что, почему она написала успешно, что ты туда всунул? Бесконечную чуму. Найдем тебе еще две. У тебя еще две есть? Да, я нашел. Любовь света, забвение и потеря. Ты мог сразу сказать, у тебя есть еще? Так, блять, я только что нашел. Вы ж нихуя не лутаете тут. А-а-а. Ну, там почти две ловушки были. Они были за ловушками, что ли? Ну, одна просто лежала, блять, на кресле. Ладно. Сейчас, блять. Окей, у нас 6 книг. Давайте про любовь почитаем. Любовь есть самая важная, самая жестокая ложь, что используют враги ладочистый шар. Любовь есть болезнь, она пленяет сердца на всю жизнь. Это мимолетная и скоротечная искра. Любовь есть пожар, разрушительное пламя, дающее мимолетный свет, утешение тому, кто его подпитывает, оскорбляя при этом холодную вечную тьму ладочистый шар. Потушите огонь любви, он опалит вас своим жаром, вдушит едким дымом и в конце оставит вас ни с чем, кроме остывших углей и голодного сердца. Боху. Теперь... Ладно, попробуй одну из них, надо одну из них. Полоса дней, в которой изящно больше заключены учения шара. Утрата учит нас истине. В ее пустоте мы становимся чистейшим выражением самих себя. Нет ничего более благородного, чем забыть и отдать себя на милость тьмы. Ибо за то малое горе, что привело нас сюда, темная госпожа вознаграждает нас вечным объятием ночи. Тут вопрос первый, когда ты... Кто может ставить песню ночи затихнуть? Давай мы для начала попробуем вот эти две новые. Стоп, подожди, а у нас есть вот ровно с такой иконкой, как... Подожди, вот... Нет, ну вот именно сверху нет. Надо вставить предмет, там копия той, что у тебя есть, только с другой стороны. Давайте искать. Ладно, давай ты попробуй. Да, здесь мы вот это. Ну, Андрей нашел бы две книги еще, может мне где-то еще провафлили еще? Ну пошли, может быть нам реально надо... найти все книги. Я думаю, это загадка, и оно будет каждый раз, когда мы ставим правильную книгу, говорит следующую. Первое было, что можно ставить. Давайте, я почему-то не могу обезвредить те ловушки с книгами, поэтому я буду просто пизды получать тогда. Так там уже все золото вроде. Вот, а вот еще есть две незолотые полки. Окей, учение об утрате. Может, там надо просто три одинаковых ебануть. Три в ряд. А дуплет будет? Может быть. Испытание прыжка веры.
нашел еще. Это вряд ли. Что нам надо? Гранитные. Окей, мы вроде все залутали теперь. А что у тебя за новое? Ну, у меня две. Я не знаю, может они у тебя были уже? Как это называется? А, учение об утрате «Ночная пивунья» и книга «Испытание самоповторения». Я их тебе положил вниз. Я тебе в это... Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту. А где еще? Больше вроде не может где быть. Может, здесь все включили просто до смерти. Ты вот наверху что-то там видел? Вот, ой, ладно, что? Короче, все, я, идите, я... Наверху это молодой скрипт. Сразу, что? Одна из книг Влада начинается. Кто может заставить песню ночной, песню ночи затихнуть? Только сама ночная пивунья. Понял. Стар, Владыка ночи, блядь. Понял. Да, это жестко. Победа так, получается. Смотри. Теперь нас точно не разделят. Шо? Иди сюда! Маничка ты, ёбан. Не все так просто. Хватит колдовать свою хуйню и давай сюда. Да я дамажу жутко. What can silence the night song? На тебя благодарю. Что? Что это? А. О, сразу? А что ты мне подарил? Ну, посмотри. О, бибец. Полная неожиданность. Копье ночи, а я золотой звук. О, шлем темного владелец спешит против заклинаний. Это может для... Хотя... Trust your secrets. Дима, это для тебя походу. Хотя. Deliver the night mother's mercy upon her enemies. Смотри на шлем. Да, сейчас, таблички. Shroud yourself in blackest night. Shroud yourself. Ебать, это из-за лупы чисто из темноты, а у ей ебануть спел. Да, это было бы жестко. Давай, Андрей, давай ты будешь скрыть на маг. Маг скрытник, вонючка. Ну я могу там чисто в инвиз заходить? А не, выносливость плюс один, а у меня испытание ловкость плюс один. Ну то это не так важно, мне кажется. Я думаю, важнее эффект того, что оно дается. Какой? Ну, у меня такой же. Ты... Критический удар из тени? А, у тебя точно такой же есть? Точно такой же. А-а-а. Абсолютно. Но мне все равно носить его не надо. Я возьму. Давай, чтоб продать, да? Ну я возьму, так уж, чтобы... Не, пока не буду продавать. Но я просто не уверен, типа, испытание выносливость. Хотя, то, что дает испытание выносливости, давайте посмотрим, что мне дали. Пока владелец скрыт, он имеет преимущество против скрытности. Эгида Шар. Что за Эгида Шар? Да я дамажу жутко. Скрытым растающим полем магии, которое увеличит ваш класс брони на 2. Он. Попьё ночи. Благословение шар. Если шар позволит, используйте это копье, чтобы убить песню ночи. Интересно. Получается, мы победили босса? Посмотрите на меня теперь. Посмотрите на эту свинобразу теперь. Весело спину. Не, посмотрите, как я смешно выгляжу. Ну да. Что если я заберу книгу? Андрей там еще остался, ладно, его не закрыло. Ладно, что, а где еще одно испытание? Это должно было быть вроде четверо. Наверху. А, наверху? Да, там же Влад не лутался, не чекал нихуя. Да, окей, это вам подождите. Даже лук проебал. Стоп, а он еще проходит вниз, мы же его тоже не лутали. В смысле? Лел. Вот были. Этот вот проход, или там, стоп, я что-то запутался. Прижитесь ко мне, мы здесь были? А, мы здесь прыгали, все. Я тупой. Хотя вот там я не был еще.
А я бы туда сходил. Ну ладно, ну я что? Ну, я ж... ну скажи вот, же, да. Блядь, слово. Да похуй, я себя хилил. ББ. Ха-ха. Давай, Дима. Похилил себя. Да. Найс, хилишься, клоун. Пока. Мудак ёбаный. Так, что это все за место такое? А если бы я стал подлый, меня бы убило, раздавило. Ты и так убьет, раздавит, выебет. Поднимай меня, лифтёр. Да, мы здесь лутались, мы здесь были. Подожди, откуда мы пришли? Тем, конечно, выглядит отвратительно. Мне было больше нравится предыдущий. Древний алтарь тут есть. А что вот тут? Тут мы были? О май. Thank you so much, skinist. Ага. Thank you. Что происходит? Почему здесь миллиард проходов? Я запутался. Мы тут были, пошло золотой сундук. Но я не помню это место. Thank you. А, это я все, я понял. Я понял, откуда мы пришли. Мы вернулись. Да. Стоп, а вот, это, вот здесь место, а видите, это... древний алтарь? Может, мы можем уже его использовать? Да. Там один из шариков лежит, значит, нужно положить остальные. А где остальные шарики? Не, у нас ну, у меня один есть. А, тёплый самоцвет, что ли? Окей. Да. Так, это надо взаимодействовать с ним, или нет? Я уже поставил. А, это нахуй. Всё больше? Так. Я думаю... Ты просто у меня тоже. Ой, надо сесть нормально. Опа. Как, и чё мы стали? А, теперь куда мы хотим, я понял. Давайте сюда. Might be useful to navigate this place. Хуя себе, куда мы поехали? А какую ты нажал? И там нам нужно еще три, да? Или там уже есть все? Я тут... нажал правую, на ту, на которую я смотрел. Да, здесь, наверное, нужно три, а у нас только две осталось. Да, у кого? У тебя было две? Два шарика. Нам так, нужно еще один шарик. Так. Еще один вставить. Что? Да. Я вставил, сказал, не хватает ингредиентов. А, их, они вставились. Ну, да. Я же сказал, что нам нужно. Да я понимаю, но у меня просто не. Ну, не было надписи я вставлено, а сразу написал хуйню. Доходите на платформу, поехали дальше. Знаете, еще одно испытание. Значит, нам лево. Ту-ту. Это я понимаю, мне бы такой шарик, чтобы кататься. По дому. По своей одной комнате. Ну, я думаю, это шар больше, чем моя комната. Мне кажется, что мы летим обратно, нет? Да. Значит, где-то мы еще поймали. Давайте еще раз нажмем на левый. А мы знаете, это что-то забрали все из самоцвета? Что, как будто головоломок было а больше, чем три. Я помню три. Может здесь нужно спрыгнуть? Вот тут вот и там дальше вот это испытание. What if? Влад? Там стоит какой-то ускользающий зверь. Ого. Прыгаем. Лёг красивый. Ага, я побежал. Может мы его должны догнать? Я тоже так думал. Догоняйте, парни. Я даже не лутаю ничего, просто бегу за ним, чтобы он... Блять, он здесь нападет на меня. Что же тут могло произойти? Что же тут могло произойти, интересно? Че, вы догоняете его? А куда? А че вы стоите? Я, блядь. Я иду. Убить второго врага Рафаила. Да ты типа... Темный самоцвет, ва. Ну, ребят, ну куда вы идете все? Ну я вообще а, в ахуе. А, вот ты. В ахуе я? На-на-на-на-на. Так. Что же могло произойти? А кто по поговорим с ней, ребята? Ну, у меня с... Ну, давай, пух. Где общаюсь? Ну, я могу пойти. Давайте я, можно я? Я сейчас тут... Вот оно искусство, блядь. А, вон они, сверху. Блядь, надо сейчас спрыгнуть сверху. Надо.
О май. У меня ни одного спелла нет. Ладно, я отойду, пожалуй. Нам пизда. Little Rabbit. Пиздец, ебать ты клоун. Напоминает клоуна. There's something that perfume trickster swindled. Давайте с ним объединимся и убьем Рафаил. Да. Ты, у тебя такое ебало страшное. Даже у Антона симпатичней. Антон ебучая ящерица. Получается, общается либо Антон, либо я. Получается. A Karator warlord once tried the same. I made him watch as I ate his concubines in Yum, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just walls that keep me here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Something stronger holds me. A contract. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. Рафаил. Ну это вот эта тварь, которая. Его подожди, стой. Его подругом. Это был Бальтазар. А Рафаил это тот человек, который возле нас этого храма встретил, тут высокоуровневый чел. А. Ну с ним не обязательно. Ну его не обязательно бить. Spill or the blood sworn to the night, silence or prayers, smother each rite. Wondershaw's halls, hungry to slay, leave no justice here, alive to obey. Leave none to hear it, then be set free. Ну а там еще один чел стоит. Интересно. Swear it to me. Видимо, ебало. Ой. Блядь. Ебать ты уродище. Worth the tongues they're waggled out upon. A song lingers. Raphael made double sure of that. I can't forget the damn thing so long as my word's not finished. I did as instructed, but the song still rattles about in my head. The contract still stands somehow. If I break it, I will become Raphael's slave. Enough prattle. The lyrics are clear. All who hear the song must die. Time to die. Можно не убивать меня, пожалуйста? Нихуя себе ты. Oh my. Spilled every drop of dark justicia blood that there was to spill. And you think you can do better? Go on then. I'll enjoy watching you fail. But try to run. Да могли бы его захуярить и оторвать ему роги. А потом напялить Диме. If you break your word, they'll hunt you down and make your final moments a symphony of agony. Symphony of Agony. Без хатько. База. Это ага, торговец?
Стоп, а хтось... А, сверху торгуються? Поторгуйте, пожалуйста, с нами. А как к ним подняться? Да они спустятся сейчас. О, кто? Кто из вас торгуется? Ты? Ты? Нет, не он. Не он, ошибка. Ошибка. Вот он, торговец. Торговля. Нихуя нету, ребят, нихуя нет. Да. Можно у них обнаружить эти мысли, если что. Спид. Ебать, лохи у тебя сюда не могут прикинь. Дебил. А чё они такие тупые? Бать, ровно 11. О, 11 штук. Шизик? Что здесь может быть? Не, ну теперь как... Мы же демоны. Мы же сами, ну, поняли, сделали, что тут должно быть. Не, ну мы пытаемся, я так, чтобы у нас не надо. Мы, короче, должны выяснить. Просто, типа, как избавить его от этой клятвы. Я, походу, спиздил у него зелье, которое он юзает для своего зверя, и теперь мы можем забрать себе этого зверя. Бен, нам главное сюда самоцвет забрать, темный. Это кал. Ладно, все, кал. Ой, нашел еще какое-то место. Это вряд ли что-то место. Все, ладно, я могу ему мусор весь багрить. О, сундук, здорово. Лес. Как дела? Мы дадим тебе панцирные рукавицы юстициарев, а? Хочешь быть крутым? Дим, это крутость, блядь. Ты мне дай адекватность. Smell sour milk and rot. This creature has been eating charmed spider meat. Давай второе. А что, что ты делаешь? Что нашло? А. Хуя себе. Убил. Quick flesh. Hot blood. Они юзают зелье, чтобы его это. False master. Hind-legged liars all. I'll shred you. Бля. Есть какой-то интересный спуск вниз здесь. Хотя, может, мы здесь были уже. Короче, что-то да. Можно полазить нормально. Тридцаточка. Что? 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 Блять. Ты напал на меня? Нет, я разговаривал с этой кошкой или с что она такое. Она мне сейчас ебальник будет. Ну я не даже перерыв. Ну и они все, конечно же, напали. Бахуй. Ну ты рыбля, боже. Бля, они вон, съебались. Подождите, где тут тварь призывать? Если чё, я даже не сами хочу. Если чё, я просто вахуй. Если что, Диме надо поебальник купить. Окей, что делать? Бросаем его? Ну, я бы с радостью, но... А где у нас сейф последний? Далеко-далеко. Дима, может, далеко. Ты попробовал бы убежать и... вниз? Ну, забежать нас? Далеко-далеко. Угу. Вахуя. Ну, кошку я уже почти... пиздил на 110 хп. Красава. Ну если мы сейчас втроем их тут всех убьем, если что.
А, Андрея, правда, убьют. А, не, они на меня. А, не, на Андрея не сагрит? Андрей не файтит даже. А. Ты один, ты берешься с Антоном. О, заебись. Бля, а, нормально. Они сейчас собираются. Эх. Что, Андрей, мы будем помогать или нет? Он все равно всех убьет, блин. А, они на нас не агрятся? Нет. А, они только на Тим агрятся. Тим, блядь, так убеги нахуй просто. Я не могу, как я могу убежать? То вот сейчас слева от тебя можно пропрыгать дальше на этот... С другой стороны там чел. Ты сидишь. Я не оттуда, ты не туда, ты не понял вообще. А куда слева? Смотри, пропрыгать. Ты сейчас поворачиваешься вот налево. Тут проход, где вроде облоб, но можно прыгнуть на соседние этот платформу. Побежать дальше вниз. Оттуда можно чего там съебывать, короче, положить. Так там платформа, там чел стоит, Юр Мерегон на ступеньках. Ты точно туда смотришь вообще? Где? Может у меня его просто нету, но я здесь. У меня здесь. Смотри на стриме. Вот. Окей, вот ты про вот этот? А, у меня там никого нет. Ты один просто отхуярих всех, а не говноеды. У них нету шансов против фляка. У них нету шансов против плоти, я бы сказал. И мы просто стоим. Мне все равно бить их нечем, поэтому пух. Я просто не хочу видеть. Антон, конечно. Еби еще раз. Проверю. Да, блять. Тем более, они все равно все говные декит. Ладно, сюда пошел из Земера наказ. Далеко, далеко. Сейчас, короче, они к тебе все подбегут, и я спал какую-то ёбну по ним. Смертельное облако. 5-40 урона. Ты что, конченый? Хуясь. Байтон там насрал. Ты кто? Ну это чел, который в инвизе. Пиздец. Ты можешь это как-то сдуть? Могу. А это сагрят их? Блять. Проебали. Ты в файт вступил сразу? Да. Даже ничего не закастовал? Да. Ебать, мне не пезда. Ща. Достану или нет? Где этот кал? Ну телепортнись ты, еблан. А, ты нокнутый уже? Ну, у меня это облако говна. Пиздец. Накрыло. Ну ты свинья.
Блин, они еще так еще и фляку убьют, нахуй. Вообще Влада сбросят нахуй. Сука, я думал уже сбежит сбрасывать. Баба мемна. Вы и свиньи все. Бля, какой же он бесполезный, этот здоровый чел. Чего там такое просто? Бля, то не может уйти отсюда. Я в ахуе. Так, а чё я могу вообще? Интересно, кто из них будет меня хуярить? Сейчас Антон сдохнет, а то облако говнины. Сейчас... Пиздец. Пиздец, нахуй, блядь. Бля, я могу сделать вот так вот? Охуенная камера, блядь. Проебали. Похуй. Ай, тебе уход закончили сразу. Ебей, Андрей. Ебанешься. А, ну часть из них под гипнозом. Часть меня не убьют, и тебя попробуют и пошнуть нахуй туда. Нам бы хотя бы одному бы выжить, так. А, мне крит въебах просто. Он горел на работе. Пиздец. Окей. Ага, и так я не смогу. То есть мне в любом случае пиздец. Похуй. Ладно, я буду просто выжать то. Стрела у носа. Я не могу еще раз выстрелить. Если че, я вас лист. Ну, я сейчас могу уже идти раз. Дима. Пока, плоть. Ты был нам как-то. Бей, плоть, бля. Нихуя себе, плюс 36. Я думаю, Бальтазар будет недоволен, что братишка его сдох. Ни за что. Оля, Берсерк. Стоп, это я сейчас заплатил деньги за меня? Сейчас скажу, у меня было ровно 200 голды. А, не, у меня не было ровно 200 голды, я не знаю. 5474. Ладно, пока спишу у него. Давай сделаю так вот. Беги, Андрей. Беги. Беги, беги. Ладно, это на секунду.
в ахуе. О, ты съебался? Да. Хорош. Ладно, пойду сейчас сделаю. Давай. Бля, единственная проблема, что у меня больше полезных свитков не особо-то много. Это проблема. Fate, spit. Dost thou require a new ally? Пиздец. С чем не поставили? One minute. Че? Вальт обнулся. Вап, вап, вап. Эх, просто убили. Варик. Ты убил, блядь, крайнюю плоть. Виноват, что из диалога с животным все загрелись. Это была как бы рулетка на животное главаря, блядь. Если бы... этого стоило. Возможно. Но я бы не отказался от такого питомца. О, факт. Ну, кто знал, что нужно кинуть 30 убеждений? Если бы мы только знали, что нужно кинуть 30 убеждений. Не, ну вообще, в принципе, был бы баф на харизму. Да, и говорил бы я, тогда, возможно, повезло бы. Думаешь, ты бы выкинул 30 харизмы? Ну, у меня есть на харизму... Ладно, там, ну, 10, допустим, у тебя есть на харизму. Даже 10 плюс бафом, еще 10. Баф. В смысле 10 на харизму? У тебя нет 10 на харизму. У тебя есть 9. 6 на харизму. Ну, ты кинешь баф, потом я еще баф кину. А у тебя есть даже баф какой-то? Но у меня вроде должен был где-то быть свиток, либо у меня нету этого свитка, который тебе повышает во время диалога в харизму. Не, ладно, его у меня нету, но он мог бы быть. Я бы ради этого пошел респекаться. Блядь, ТикТок это... Блядь, вот перезалил еще раз видос с телефона, он за просто сколько прошло. За час набрал такое же количество просмотров, как и прошлый, и остановился. Ага. Ага. Бывает. А куда в это шел? Зачем? Вон,
Алло. Влад, мейки идти. Жмем маленький, этот короткий привал. И... Я бы большой нажал. У меня один спал всего. А, ну давай, давай. Иди в очко, чел. Зеркальное отражение. Он куда-то ушел, Андрей. Поговори с ним. Он пропал. Это его зеркальное отражение. Поговори с кем-то. Опа. Опа, опа. Че, пойди ты, я схожу к нему. А куда? Он тебе показал куда? Не знаю, мне сказал, блять, идите по этой стежке. Вон по той дорожке. Где тут дорожка? Где эта дорожка? Ну, блять, пиво вдыхало, блять. Может, без диалога? Simply follow yonder path, and soon you will find. Может это, блять? А, нам нужно поспать, я понял. Ну давай поспи. Это нам нужно поспать, и тогда ты пойдешь. Я, блядь, сейчас ТПшный в другой акт. Ну иди, говори с ним. Он тебя отвел и... В смысле, блядь? Так он меня не может, он показывает просто. Тупой? Нажми, пожалуйста. Что нажать? Никто не нажимает спать. Это когда он ты покажешь. Ну, добрый, показывай мне никуда и ты. Мне что сейчас будет то самое? Личный диалог, Андрей, убери, убери, убери. Мама. Соколя на этого черта, блять. Сейчас Андрею засадят. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness. Oh my God, Андрей. When you almost believe the dawn will never break. The cradle. Романтик. Eternity. Осталось Владу кого-то найти. The timelessness of lovers. Тоже парня. That most beautiful of fantasies. Ну да, согласен. Выбудаешь, блядь. Три настоящих мужчин. Которые спят с мужчинами. Ну, это Андрей Петрович какой-то. Кто? Что ты сказал, Влад? Говорю, это Андрей Петрович какой-то. Он стрим. А, что ты искал? Так что вы спят? Ты сказал? Так нету даже ни одного... Нету анонса даже. Мне впало было в теле выкидать. Я не слышал, я в начале нашей игры посмотрел, а что анонса нет, значит, наверное, ты не стримишь. Показал настоящие чувства, так сказать. Так, Андрей, какой диалог приведет к тому, что он тебя засадит? Тем более, еще в самом начале игры что-то пиздел. Всем было похуй. Тоже запрет какие-то. Никто не говорил. Я говорил еще. Я это слово говорил еще в самом начале. Ну, в самом начале я не стримил, а чуть позже включу. Охуенно. I am trying. Believe me, I am. Да, ты вообще должен был гуглить, какой диалог должен привести к тому, что... Это пох. Запихнут. Even as my heart. У меня есть посох. Между булок. I am terrified. I will not claim otherwise. Успокой его, Андрей. Тише, деточка, не плачь. Через попу выйдет. Засади Андрею мяч. Ну, я согласен только на условии, где я его с тропой не буду. Resigned to it, rather. But that is not to say I am without fear. Far from it. Ну, у меня это тушка. Я красный глаза. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon. Even in this place. Your words are those of a dear friend,
or a lover even. But this is no time for delusions. Fate threw us together. Все, он тебе сказал. Mutual survival kept us together. Андрей, тебя шили. Those bonds will soon break. Каждый тут парень тебе отказывает, Андрей. Could have become much more in Let us enjoy the view together. Конкретно, парни, девку я можешь сказать, leave ты the смог world a better place than it is tonight. В постель уложить. Ну, гипноз, как минимум, у меня есть. Ну, нет, это все из-за глаза. По факту. Грузим сейф, Баба-Яги. Подожди, а если бы с ним парень заговорил, он бы парня отчепыжил? Да. А парня парня дракона. Сниму его, не сипасило. Ну и мразь же ты. Ну и мразь же ты. The night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. I wanted to thank you. Невероятные дела. Да-да. Тарантиновские. Почти. You reminded me there is still light in the world. Предлагаю тебе убить. I should care to look for you. Кинуть пару фаерболов. Не бычал. Кто супер классный? Я никогда, я вообще с друзья на стриме. Так что друзья. Мы с тобой друзья. Careful. May just take you up on that. Alas, no. The charm Elmester granted me requires my death as the spark that will light. Suicide. Tu. Vulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would. Выходим из лагеря, идем бить лицо этим Диана. I see no harm in learning what we can about this night song. And if it managed to find the harm will be all Ketherix. So, well worth indulging our curiosity. Бля. Нарывки. Они похилившиеся? Ну, не совсем. И в невидимость шел. Ну и мразь же ты, чел. Так, окей, я кидаю метку на дальнюю, тогда. Подожди, Влад, ты не хочешь заподняться вверх по лестнице, и чтобы мы принимали их в узком проходе? Но я выстрелю два раза и буду убегать. Хорошо. Я в аху, у меня тут прям в упоре еблан. Так вам-то не привыкайте, волшебник. Так, окей, чем бы мне его вырубить нахуй? Хайпать Андрея тоже схуярит. То есть заспавнил. Это правда. А, в точке ты демона огнем пытался ловить, а у него фул иммунитет к огню и к яду. Проверка на интеллект не пройдена. Мы проебали. Подойди просто к лестнице вот этой внизу, чтобы он тебя скинул с неё нахуй, хорошо. Ну, как после план. После такого хода. Как план. Ну, а вообще, блядь, странно. У меня должен быть пробитие ебаного иммунитета. Фоло. Да? Полную всячести к огню. Ну... Ваши заклятия, игнорю. Ну, блядь, это опера, не иммунитет. Угу. Проебали, получается. Ну, блядь, это тоже опер. Я должен пробивать его. Ну, так когда на него нажимаешь, там написано опер? Да. Да. Так, а где эта добавка 3D? Ну, там не, там описывается, что его опер обнуляет урон до нуля. А не блокирует частично. Подожди, Андрей, какой баф для тебя? То, что ты бьёшь... Адепт стихий. Не влияет устойчивость цели к урону огнем. Устойчивость. А у чела что написано еще раз? Ну да, устойчивость к огню. Просто у него написано, что он обнуляет до нуля, а не... Ну да, да, видимо это работает только против. Унижает. Да. Проебали. Да, да. Ну это относительно логично, например, там огненного элементаля ты тоже вряд ли пизданул огнем. Охуеть. А ты даже не можешь ходить после того, как ты... Там не впадло ходить, похуй. Всё, похуй, ливаю. Да.
А, я хочу ходить. Ебать, чего он играет так мало дамажит? 8. У меня силы по 17 уверенности. Потому что я прокачанный, накачанный и жесткий, а ты хуйня. Не похож ты на прокачанного и жесткого, ты похож на одноглазого дудика. Нихуя, ты баканул, блять. С топором. У тебя, сука, статура меньше. Ты хуйня. Зато я красивее. И ушки у меня стрике. Это что твоя хуйня тут? Кто? У меня уши длиннее. Так, окей, каким чудом мне его запиздошить? Короче, они сейчас придут ближним, а я кину на туда шипы. Но тебе надо будет убить дальнего с арбалетом. Я до него не достану. А что ты не кинул на сбластление? У тебя его нет? Я чё, только сейчас ход начался. Ну ты просто кинул ауру защиты? А, или ты не мог тогда? Да. Ну окей, ладно. Да-да, я не мог, я только сейчас начал ходить. Странно, я хотел кинуть какой-то луч говна. Задамажить, а теперь не смогу. Антон, надо как минимум сюда отбежать. Пропам, пропам. Блять. Что? Говорит. А, он захилился вообще. Угу. Бебется мне. А, не все стреляют. Охуенно. Танцор диск. Скребать эти мобы уёбища. Естественный проход за кровью этой хуйня. Бля, ну конечно им будет относительно похуй. Сахар балет. Так. Окей. И так, пожалуйста. Только ты не пожалуй. Подходи. Я добью, Дим, я добью, наверное. А, она не добивает. А этих надамажило, а его нет. Бибец. Так, окей, может я какой-то предметик поднажму. Ядро не хочется. Так. Ладно, давай просто поднажмем. Это был обычный токсин. О. Святой, чтобы по мне не стреляли. Я че это говно не могу на него наложить, потому что ему будет похуй. Великая битва один на один. С ебланом, которого иммун, блять, к стихии, которую я хуярю. Охуенно. Предлагайте его просто скинуть куда-то в параш. Я бы с радостью на последний свиток ветра я въебал на то, чтобы разогнать дым возле Димы и Антона. Понял. Стоп, я тебе сейчас передаю еще свитки. Там какой-то конус холода, возможно, тебя спасет. Конус холода. Вон слепота, тебе еще держу. Смердючая хмара, но это базировано, это-то вроде чем Диму захуели. О, угадай. Вроде тебя отдал. Сестер? Не точно, спасибо. Так, что с этими силами, они не побежали к нам? Хорошо. А, они просто стоят втроем, смотрят. А можно их засплэшевать, интересно, всех?
Охуенно. Да, да, запрыгнули. 30%. Почему так мало, это хороший вопрос. Из лунного света, что ли? Бля, давай попробую вот так вот просто ёбнуть. Ебать, их слабо надамажило. Какое же говно. Это ваш град шибой, написано 10-28, это был крит еще. И 0 дамажа абсолютно. Бля, ай-ай-ай-ай. Устойчивость к полю всему. Два епану так вот. Как посмотреть, что это за бафлинный свет такой у них? А вот. Давай, Андрей, толкай. Я не могу. Пока как никогда в жизни не толкал. Я его на next ход ёбнул. Напередел, кильнулся. Получил пизды. Ну а номера я его сейчас просто вытолкну нахуй. Да? То есть может 100% это взять? Ну, наверное, да. Хоть он прыгнул, ты это видел? Не, она за Андреем встал. Так, ну, а шайте. Нормально. А челы АФК дальше, да? Кайфует. Кайфарики на воздушном шарике. Ну они могут кайфовать этот бой. Это ж поросли не пройдет, пока не меня не дамажит. Луна свет ебет площадь. Пошел, пошел, хорошо. Ебать. Да, и ты тоже пойди. Ого. Гений. Ебать талант. Промах. Надо почти сбил эффект пороса. Он был близок. Его братья. Да я дам вашу шутку. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, там есть вообще какие-то заклинания, интересно, левела 5-го? Дай мне закончить твои мучения, говорит. Так, Дим, подожди. Кто сейчас стреляет и в кого? Давай поднимемся. Я могу выстрелить в первого, что у меня бьет. Не уверен, что я его... У меня 70% попасть. Окей, давай, стреляй. И там посмотрим. Я начну с 25 хп. Разъебался, нет, я это пережил. Так, я отведу сюда. Могу даже еще отвечать. У него противодействие, сука. Что, Андрей пытался скинуть? Пошла, да? Тварь ебаная. Пиздец. Ну какое противодействие? Ну это ебаная свинья, блять. Ну он реально свинья. Давай, ты пешься до нахуй. Ой, блядь. А, просто сдох. А почему еще там два какого-то ядвитого урона прокает? Что за хуйня? Да, два лучистого от твоего света, наверное. Мне надо ждать, пока эта тварь выйдет. А-а-а. И в инвиз. Интересно. Давай стоять дальше, потому что чтобы этот инвизный попытался пройти к нам. Я, наверное, свой ход просто скипну. Да делать это особо не жутко. Так, долго еще моя пушка будет? Еще 7 ходов, ядик действует, нормально. Кстати. Бай, давай попробуем. Блять, пропала хуйня! Что ты наделал? Я дал тебе волшебное оружие. Ладно, короче, я... А у меня нет этого бафа. А что за волшебное оружие, Диана? Что он дает? На оружие смотри, баф. Наведи на свое оружие и смотри. Там будет баф. Отлично сыграл. Я не вижу. А на каком из... Наверное, сейчас на арбалетах, да?
Нет. Да, на арбалете. Где? На арбалете одном из арбалетов. А где? А, волшебное оружие, что дает? Ну я сделаю так вот, блядь. Целый плюс один урона, наверное. Да, это жестко. Хуйня. Ладно, подожди, я отменяю. Ну что, если что, я обновлю эту хуйню. Я думал, я просто к нему подойду, разве его невидимость. А, ну, да. А чел? ДДДПС. Да я дамажу, что ли. Пострел по ногу от меня. А, ты сам по лунному свету прожал. Да, я не понял. А, почему я не вижу? А если так вот? Может, ты опять пропал баф в видении невидимого? Пропал. Может, из-за шлема? Ага, ну баф мне, блядь. Сука, ебаное говно, блядь. Да. Здесь надо сказать разрабы. А, реально. Ну, все равно. А. Типа ты снимаешь, одеваешь и начинаешь видеть. Ломается, видимо, из-за чего-то. Хуен. Что делать, если я в охуе? Волшебное оружие твое скоро закончится, я наложу просто на него метку и его распиздил. Подожди, ой, может я отменю конец мода туда и пойду ближе? А раз мы будем сейчас... Это шутка? Что это? Литургия. Я сказал... Андрей страдает. Ой, блядь, можно я загружусь? Тебя просто отъебал. Я, блядь, ну, сука, оно просто на один ход оказывается, я ебал. Оно еще и, блядь, сбилось, когда я скастовал инвиз. Ну ничего, этот бой проигран, но война не окончена, Андрей. Не, ну если хочешь, можешь загрузиться, нам тупо. Ну я прям вот перед тем, как скастовать, сохранился. А, ну давай. Грузи туда. Можешь еще назвать это свинобразой своим именем настоящим. Я мать ебал. Блять, я сейчас с него такое скастану, он охуеет. Ебашь сразу кон склал, да, блять, на миллион урона. А что ты у тебя обычная волшебная стрела не кастуешь? Какие? Ну, у тебя есть волшебная стрела. Волшебная стрела, которая носит 2 демеджа? Ну, которую ты ж можешь в разных... Ну, если ты в одного чела все заряды запускаешь. Ну, будет 10 демеджа, а не 2. Ну, да. Ну, лучше, чем 0. Так я могу ему наносить дэмэдж, просто я хотел его выкинуть нахуй. Так. А, ну сейчас на мне есть видение невидимого. Блять, а здесь я уже... Здесь я уже нажал на тебя свиток, да? Да. Ой, погнали, погнали. Что по видению? Видимо. ДДДПС. Съебался. О! Я как крыса. В смысле? Испытание пройдено. Ты что, издеваешься? А, ты что, вы нужны пройти испытание ловкости или сделаться видимыми? Ай-яй-яй. Он переиграл тебя вплотную. Что ты сделал? Шибы, да? Я не хочу умирать. А что, что такое инстинкт выживания? Ну, кидит меня, когда... Когда я нокаюсь. Ты, у тебя были 49 хп, что-то дурак, что ли? На 3 хода действует. Хуй. А шо, главарь? Ты чё, блядь? Ты чё, нахуй? Ты куда смотришь? Ты чё, блядь? Его не обнаружил. Нормально. Не обнаружено врагов, не обнаружено. Шо, шо? Шо это за колдун волшебник? Это самый сильный противник в моей истории. Если бы ты еще увидел пизданов после этого, это был бы идеальный У него иммун к одному, иммун ко второму, опер магии, дополнительная атака, дьявольский взгляд, блядь. Дим, когда начнется сейчас просто ход, то ты сразу не бей, сначала кину метку, и потом ты вот... А, стоп, эта штука на меня. Ох, да. Может быть. Может быть, может, на силу. Нихуя вас пизднул. О, нихуя разъебалась, блядь. Начинаем волтва... Не, подожди, наверное, шкал нужно взять. А чё он по нему? Чё мне 75% по нему попасть? Это когда он упавший, блядь. Какое?
Блин, он же меня уже не увидит, правильно? Я бы тебя увидел. На! Ебать, сколько там цифр? Что это было? Ладно, там, наверное, не так. Там просто столько цифр, что это шутку. О, клясно, клясно. 13-2-4-2. Понял. У меня каждая атака дополнительно 2 лучистого урона. Ебать, там реально нормально по урону. Это с лунным светом тоже работает, понял? Синергия. Бля, если этот еблан сейчас к вам не перепрыгнет, а его рукой столкну, и он сдохнет. Запомните мои слова. Ну либо он убьет руку, а потом меня убьет. Давай, чел, беги. Ребят ли он нас убьет? Верное место. Что это? Что за говно? Что? Бомба. Бомба. Но он сдох. Но вот эти бомбы. Я могу одну взорвать, но я не знаю, стоит. Не-не, я буду убегать, пытаться от них. Почему вы все получаете вдохновение, вы ёбаные твари? Помолитесь. Да, я получил? Да, ты получил тоже. Моё шестое вдохновение! А нет, это не ты, это Антон получил, извини. У тебя до хера, Влад, всё больше, чем у меня. У меня шесть. Ага. У меня шесть. У тебя миллион. У меня миллион? Ну, ладно, у тебя восемь у меня. На два. У Антона и у Андрея просто поменяли. Да, я не понимаю, почему у них столько, блядь. Там вообще просто любую хуйню сделай, блядь. Пописай в кустик, блядь, вдохновение. Станешь по вдохновение. Но бам везет, смиритесь. Ага, хуйня. Везет? Ебать. Я залутал с него одноручный арбалет, очень редкий. Имба. О, так может ты мне дашь его? Он одноручный. А, одноручный. Ну, ты 8-12. Вот этого не убивать. У вас есть множество нажить свое горение, когда вы носите урон этим оружием. Он умрет от моих рук. Да, и у меня второй этот арбалет одноручный, который доносит горящим целям дополнительно 1-4 больше урона. Пиздец. Давай, бомба. Но зато у Дима будет 3 очень редких пушки. Фак. И у Антона одна легендарная. И миллион остального. Давай, мы смотрим на этот. На шоу, Андрей. Ебать, чувак. Блин, у вас похуй. А что она дамажилась? А, блин, надо, наверное, Антоном отменить будет. Давай, Андрей, ты сможешь. Каковы шансы? Ты сохранишься? А будешь загрузиться каждый раз, когда промазываешь? Да. Хорошо, все, тогда я как раз отойду. А зачем ты хилку нажал? На всякий случай, блядь. Так, в теории я же смогу. Ладно, я пока отойду. Сука, это бонусное действие, хилка, это ебанат, тоже бонусное действие. Ну я ж поэтому и спрашиваю, ты дебил, что ли, совсем? Давай, мы подождем, аж полчаса его скидывать. Он умрет от моих рун. Пока мы уничтожили все их логово, ты точно отпиздишь его конкретно. ДПС. Он еще и, блядь, просто порыв ветра нахуй. Прощай. Победа. Спиздить фраг, срочно. Бля, шар я не смогу. Че, просто прыгнет мне наебало. Подождите, он вышел? Да.
Почему я так? Задача спиздить фраху Андрея. Не, сейчас пойдите, я ТП-шню зайду на него и... Еще раз его толкну, блять. 100% получится. 1000000%, Андрей. А, блять, не смогу его толкнуть. Давайте обоссым его. Так, а как, подожди, как меня отменить теперь заклинание? Как вы там говорили отменить заклинание? Ну у тебя, блядь, под иконкой он персонажа и заклинание. А, вижу, все. Спасибо. Перегрузка. Ду-ду-ду. Были, у всех были ебаные алебарды и слёны. Я ТП сейчас, короче. А, стоп, а мы сюда сможем вернуться? Ладно, я просто отправлю человека. А мы не забираешь этот... А, ты... Ладно, окей. Ку-ку-ку-кау. Зовут Асуну, да? Да. Окей, я беру туда последний темный самоцвет. С кем ты разговариваешь? Я ичиком? С трупом. Ха-ха, кашля, понравилось? О, далеко это продолжение квеста реликвии. О, лызну ты, блять. А ну лызны. Чародей таинства. Ё-моё, Андрей. Таинство. Проебали. Стой, стой. А, ты же сделал это? Да. Сусаль. The meat is oozing. But not with blood. It's been dosed with a potion. А что, кстати, в этом звере было? Sulfur, ничего. Decay. And a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Что мы сделаем еще? Конечно, мы лизнем. Андрей парализует. Чекаем. Нет, у меня успешно прошла статура. Типичный прием пищи мой. О май, Андрея возбудила. Видите его сочных магу. The meat is charmed. И Влад на заднем фоне бегает. Тихо. И все? Это все? Ладно, где там данном гумитином было? Ну и хуета. Бля, мне бы армор какой-то, я ебал в рот. Радость, потому что ты мах, и ты сильный. Так ты тоже сильный. По-своему сильно. Разные невероятные способности. Бабеда, бабедили. Чё, где это? Где это ТП-шка? Сверху, что? ДДДПС. Да я дамажу жутко. Когда же ты появишься? Бля, ты шнир-курьер. Их сейчас бы еще покушать. Здравствуй, до Москва Сити подвезите. А то от меня делать буду. Ты уже от меня сделал. Усиликистан, усили такой шухоплю мороз. А наш видите, откройте персонажа, пока вы летите на этой фигне. У меня он летит бочком. Да я дам. Я вставил, ребят.
Лук. Давайте, лук. Легендарный лук. Нет. Нет. С уроном топор еще один. Еще один топор Антона. Дар милосердия, дар тьмы. Все еще получают состояние горения. Trust your secrets to the night. Круг древних знаков, Андрей, жми. На круг древних. Это ТП. Иди. Shroud yourself, deliver the night, mother's mercy on her enemies. Ладно, входим в царство, ребята. Поели тебе. Тебе нужно собрать отряд. Какой отряд? Что? Прежде чем идти дальше, тебе надо собрать отряд. Вы точно хотите продолжить? Здесь принятых вами решений? Кто-то не ответил вовремя. Кто, блядь? Нида. Я разговариваю. А. Гнида. Стоп, мы какие-то активное здание приебали? Ладно. Мы готовы? Гниды. Не знаю. Ну, написала, что у нас еще есть какие-то активные задания. Да. Мы не запороли уже и так какие-то задания в первом акте, должны во втором. Стоп, запороли. Это мы в третьем акте? А, что за хуйня? Блин. Ебать, Павло. Где, ребята? Кто мы, девы? Ддпс. Царство теней. А, в общем, похоже, кстати, на тот, где запечатан наш дезистов. Опа, летающий чел. Давайте убьем его, ребята. Да, надо было его сразу убивать, наверное. Кто же знал? Атаковать кнопка. Это и у тебя, Влад. Атакуем. Давай атакуем. Мы узнаем сначала, что это за место, может, и так далее. Логично. Да. Блять, у меня это есть одна кнопка атаковать. Давай первая, убить тебя. Your lack of ability, perhaps. You made for an adequate errand girl thus far. Ой, чел. Let's not overstate. Достался без своего брата. Он тебя уничтожил, у тебя на мясо. Антон тебя в соло убьет. And I'd sunder you like lightning. Сейф. Срочный сейф. Now. Давай. Dullard questions. За мной. Какой за мной? Какой за мной? Да просто убивает. Когда он нафакаешь, будет ебанете его и все. Да, кстати, с крита начнем. Не, лети! Слушай ее. Кого ее слушать? Ля, прикольно. Летим смешарики. Это что зеленое? Убей ее, слушай ее, спусти, смотри на нее. Соси. Опа. Да ты заеб. Весь ночи этот человек? Ну не человек, создание. Мы должны ее спасти. Нам надо ее захуярить, блять. Либо спасти. Мы должны ее спасти, а его захуярить. В любом случае, нам надо их обоих захуярить, чтобы, блять, убить генерала. А, ну это девочка, ладно, все спасаем. Perhaps to lead this would be Justicia's blade directly to my heart. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time,
And you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing not recognize its own worth, but general. Отдай мне свою мантию, пожалуйста. Just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little... Да, да, мы не будем подходить, братцы. Не переживай. Мы от меня надо сходить к паладину. Ну, давайте. Напасть. Ну, сейчас. Ну, это тоже дуэль. Please, you insult her. You insult me. Aelin. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation. And lending her. Ну мы освободим, мы убьем тебя, чему мы убьем генерала. Все легко. Her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Poor Balthazar. The maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions. Все стали на места. No more interference. Да, уже в диалоге стали. Проверь. Да тут все равно нет своего. Fly at me, you fool! You cannot stop what is... Ебать их дохуя! А если его убить, они все это, то самое, не? Так, сколько у него хп? Ага. Я бы мог кинуть на всех эту хуйню, но я тогда девочку задамажу. Блять, и сзади нас тоже чел. А, да Дима вообще вдалеке. А где я? Дима, твоя задача, я... блять, сбросить оттуда этих двух ебланов. Да их просто убью. Ну убей их, блять. Ну, мне пиздец, я просто сейчас захуярит мелки. Нам надо... надо придумать. Чё, пробуем просто его хуйнуть? Стоп, защита нежити у него есть, что это такое? Знаешь, количество... Ага. Ну, устойчивость просто. А у вас есть зелье ускорения? Есть. Только которая дает дополнительное действие. Такого не видел. Я бы тогда и себя и Влада телепортнул к Диме, оттуда мы бы всех захуярили просто. А, хотя... вот, я хотя стой, не надо, пойди, пойди. Я могу дать тебе. Не надо, стой. Сука, все я равно. Я могу тоже улететь, если хочешь, но у вас Антон останется один. Ну, так Антон и там топ. Толкай, Андрей. Я не могу. Блять, самый хуёвый, что у девки одно хп и уби сразу, если... А там, блять. А я не думаю, что он не хочет ее убивать. Он не хочет захотеть ее вывести отсюда, он не будет ее убивать. Я понимаю, я хочу кинуть шипы. Блять, я так и не могу, да? А интересно, а я могу ее надамажить? Я ее же не могу надамажить, правильно? Я думаю, что удобно. Баху. Ладно, я поприкладываю вот так тогда. Ну я бы мог просто на них всех ебануть стену огня, но если я убью, будет неприятно, правильно? Так, а чё, ты мог взять так, чтобы в неё не попало? Нет, не мог, потому что мне я хотел цепануть вот так вот полностью. А, вот ты придумал. Шибануть как минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, плюс его, плюс еще одного. Бля, а вы убьёте этого скелета, который тут стоит? Или нет? Хуй знает.
Не знаю, Дима, пусть всех убивает, он жесткий. У него там три легендарных оружия. Я хочу убить рядом со мной. Бей их все, блять. Блять, 4 хп, пожалуйста, ребят, никто не может справиться. Каким образом? Никто не ходит. Хуёво получается. Окей, окей, окей. Окей, let's go. Ой, ебать, сейчас два действия хуярить будет. Пиздец. Хуя он разъебала. Бля, ну вряд ли же я ее убью. Кого ты хочешь быть, друзья? Йо. А это вполне возможно. Что ж Антона эти челы даже не давал? Ебать, ну пошел. Пошел! Выкинь этого, блядь, ебла, назови тебя. В смысле, Андрей, я буду дефаться, я буду максимально пытаться, чтобы его не пробивали. Андрей, можешь первый пробовать взрывить, ну, коснувшись спешем ее. Если она не умрет, то там я тоже хуйну. Можно. Быстрее, Антон, окажи! Ребят, я сейчас хуйну. Я сейчас... О! Можешь просто Антона поставить на край, всех вывести, пусть сюда бегут, а ты ставишь сюда эти, блядь, щупальца, хуюпальца. Дайте мне первым попробовать тихнуть двоих вниз сразу. Да, ебать, где Антон стоит? Ебать, там три, блядь, дебила просто. Ебать, они все упадут! Надеюсь, Антон не упадет? Ну я буду целиться так, чтобы Антон не упал, только вы первые не ходите, то будет Бэй, ты ходишь на импера. Я могу выстрелить этой стрелой прямо в Антона, его просто надамажит, но трих челов откинет, а Антона в теории откинет вперед. Ну, это моя любимая теория. Проверяю на практике. База. Блять, Антона еще типа ту накинули, твою в дивизию. Ну так Антон точно умирает, да? Да, так Антону пизда. 100%. Не, Антону нельзя умирать, он самый единственный танк, который от них не получает дэмэджа. Все, я выбрал так, вроде так и даже Антона не тамажу. Всем похуй, всем ультра похуй. Всем пизда как похуй. Я второй раз попробую. Что мне 2-10. Что, опять всем похуй? Всем ультра похуй. Даже под ментальную усталость всем пиздец как похуй. Похуй. Как жить-то, блядь? Ладно, Андрей, разъеби всех плашом нереально. Просто трахни. Блять, Антона коцну. Или не коцну. Да похуй, Антон танкует. Почему они все резистят, блять, эту хуйню? Как так? Я, конечно, не уверен, но, по-моему, Влад доказал свою бесполезность. Да пиздец, у них никакого нет резиста к этому, и они даже под ментальной усталостью смогли выкинуть. Почему они, будучи нежитью, не получают дебаф от палки Антона? Шутка. Она, походу, эти
дегенераты на разработчиках не додумались, что могут сбиваться эффекты, и нужно, чтобы они опять заработали, снимать и одевать оружие. Ну, типа, снимать и одевать шмотки. Бля. С моим видением-невидением, мне сейчас нужно будет переодеть, чтобы они все получили слепоту и меня не трогали. Что, думаете, Антону похуй, да? Либо. На что? На огонь. Похуй. Похуй, ему очень похуй. Но я хочу как бы всех, кто возле Антона почти, и еще и Бальтазара. Волной огня въебать да. Да. Антон как-нибудь справится. Ему не привыкать подгорать. Ладно, земля пухом тогда. Видишь, Андрей, насколько ты жесткий. Такие. Это же даже не свиток, это твой спел, да? Да. Какая же имба, господи. Имбаланс. Блять, Антона Рид, да? Ну я думаю, Антона резисты хорошие, ему будет мало хуерить. 5-40 урона за ход, интересно. Можно сделать больно. Не, ну в принципе немного. Bye. Bye. Have a beautiful time. Так, что делать Антону, вопрос? Умирать. Пусть он использует... Бля, он не прокачал спел или детский, который отталкивает всех от себя во все стороны? Есть, но я могу это нажать. Так, отталкивай, попробуй. Отталкивай всех нахуй, блядь. Так ты ходишь, Влад, куда отталкивать, если ты ходишь твой ход? Да не. Отталкивай, отталкивай. Отталкивай. А ебать он шиз. А, ебать мы шиз. Охуенно. Нормально мы стали вдвоем. Бля. А куда я могу прыгнуть? Бля, как же. Ну если я не сдохну, я раздую. Раздую, бац, в пропасть. Отлично. Мне нравится. Хотите видеть полет шмеля в суицид? Давай. Суицид! Нихуя себе. Хорош. Вот будет смешно, если потом он новых заспамит. Я, кстати, могу тоже к тебе туда прилететь. Будем вместе их. А у тебя не было варианта, кроме как в трех других челах, но сесть? Что тут сделать? Ну, прилететь куда-то кроме вплоть к трем челам. Не, я бы мог, я же хотел суицид устроить. Мем наш. Да. Ну вот. Антону похуй, ты смотри, ультра похуй. Давай, расталкивай, нахуй всех. Так, где он? Во все стороны. А нет того, который просто во все стороны раскидывает? Подожди. Ты не качал? Есть. О. 30%. Это раздел. И один я... А нас этот такой же чел оттолкнул? А. О. Что? А почему она с задержкой в развитии? Не знаю. Это типа она на огня умер просто? Упал вниз. Не знаю. Сложно представить, что сейчас произошло. Бля, я снял оружие, теперь не могу его обратно надеть. А где Бальтазар? Нет. Летел. Бля, чё, концентрация на оружие. Мы это облако не сможем, да, сейчас? Ну, если я не сдохну, я смогу. А мы не умрем от этого? Ну, я не знаю, ты возможно. Но я сейчас посмотрю, насколько тебя откинет. Ну, я могу просто улетать туда. Ребята, не надо. Ребята, подумайте. Подумайте. Ну, сейчас я посмотрю, надо ход даже. Критический промах, одумайтесь. Одумайтесь. Как же танцует этот свинобраз? Б. Как же танцует этот свинобраз? О, Дима, 1 хп. Мог тебя добить, если хочу. А. Не надо. У тебя, Влад, есть этот эликсир? Чего? От яда. От яда? Да. Я лежа уклонился, я гений. Епа 21, ааа. Поэтому я и улетел.
Я бы тоже улетел, но я не мог улететь. А почему он у меня два раза сработает, пипец? Ну это облако дыма, но каждый ход работает. Так я, это у меня это первый ход после его срабатывает. Это второй был. Ну так, да, срабатывает. Нет, тогда он в свой ход его ебанул, а потом в мой ход почему-то это работает. А, ну это пиздец. Меня ну ты тоже, Влад, ты же тоже когда насыраешь своими кустами. Ты можешь просто отойти сюда, блядь, и в кастрюлю. А, ну. Уже вряд ли. Но у меня нету свитка ресы для тебя больше. Земля металлом получается, удачи вам, воины. Победит ли Антон в соло? А, это большая хилка 8.20, чтобы еще действовать. Блядь, если мне дали походить, я бы просто ему... Дим, я могу с тебя снять... А, нет, излечить от отравления, паралича или слепоты. Это не оно. Можешь меня снять. Так ты просто дохнешь. Ладно, Антон себя сам защитит, я пытаюсь за тебя один защитить. Ну да, Антон не надо защита. Антон, ой, блядь, еще защита. Не похилился, сука, пришел. 0 хп. Да, это... А можем сейчас дать, блин, короткий отдых? Вовремя. У тебя что, 3 атаки теперь? У тебя 4 атаки, ты че, конченый? Я под зелье. Нормально, да? Пострелял. Войну организовал. Кикве. Что, он меня добьет сейчас просто? А, у него тоже 2 атаки, 2 хода, поэтому он сейчас подойдет и разъебашит меня просто. Че, да, бабай, Влад. Андрей, убивай Андрея. А, что? Ой. А, ой. Стоп. Вина Браза проснулась. А, давай, Вина Браза, добивай. Вина Браза будет убивать. Вина Браза будет быть невидимым. Вина Браза свинобразит. Винобраза свинобразит. Винобраза убегает. Ого. Винобраза идет к главной цели. Антона просто пам-пам. И похуй абсолютно. Так, мне придется одеться заново. Вот, теперь они слепые. А почему? А потому что разрабы слепые. Нет, разрабы, да. А, они улучшаются, да? А лучом ты не можешь пробить их нахуй? Ты просто... Меня сейчас нету, я же делал оружие обратно, меня сейчас его нету. А, да? Ну я буду дефать Антона просто максимально. Так, тем более он слепой, он промазал. Так было бы охуенно просто въебаться с этим. Я понимаю. Типа там было бы... На! Челики не пробивают просто Антона. Сколько у него сейчас 22 кб? У тебя 21, кстати. Давайте, остановитесь в линию, остановитесь в линию. Ебать, он ушел. Как же Антону пофиг. А ты можешь с Антона его скинуть, а я следующим ходом Антоном заюзаю эту хрень. Что с Антона скинуть? Что на нем? Слепоту. Каким-то образом. Ничего, я просто... А его нельзя атаковать. Его нельзя выбрать целью. А что с ним? Я не знаю, а вы можете выбрать его цель? Вы можете на него навестись? Да, уже выбрал. Я не могу ходить. Нет, Андрей, ты не можешь. Не могу? Почему? Я у тебя на стриме, я вижу, что ты это не делаешь. Да ну нет, врешь. Я сейчас... Врёшь. Так, а есть у кого-то... Да. Андрей, у тебя есть какие-то хилочки, которые ты бы мог дать мне? Можно я тебе возьму большие хилочки? Возьми. Андрей, тебе ж не понадобится уже хилочки, правда? Здрасте. Так, ну невидимость еще долго будет, нормально. Еще один ход могу похилиться. А, бля, сейчас Антон ходит. Пойти себе шелиду готовить. Прошел испытание от слепоты? Не прошел. Какой шанс? Андрей, постри. У нас тоже в моей детарме. У меня есть какая-то хуйня, которая может тебя резнуть. Я просто смотрю и ничего не вижу такого. Блять. Если что, Влад, у тебя есть стрела по рятунку, которая исцеляет подожди, цель стой, от, я себе от да, яда паралича. Да, отравление слепоты, да, это я вижу. Это я с Антоном могу снять слепоту.
Да забей, это забей. Я только что ударил лучом, я думал, оно меня похилит, а оно меня дамажило. Что? Ну вот этот удар, солнечный луч, надамажил меня и снял с меня. Да, я думал, оно меня подхилит. А нет. Да я лучше буду просто убивать этих челов. Да, да, убивай просто. Все, ББ. Блядь, как же он танцует. Ну недолго он будет танцевать. Боже, ну там просто якое. Так ты можешь у меня взять фласку себе от яда и забить хуй. Да, Дима уже спит. Дима уже спит, Дима нормально, Дима... Я сказал, от яда, блядь. У меня их две было. А нахуй эти Дим вообще, он? Все, у меня закончились куча ходов, ребят. Обидно. Нет. Андрей, но... Я, конечно, хочу тебя спасти как-то, но... А, тут уже прошел этот дым? Нет. Еще не прошел. Нет. А, как долго он там будет? Ходов 10. Пока концентрация. Да, ты... А, он, да, он под себя насрал, потому что... Понял. И но меня если... убили. Да, да, да. Если ты выживешь этот ход, Андрей, я тебя арест. Ебать, у меня там все шкалы заполнились. Я могу Андрея подхилить издалека? Чем хилками, которые ты набрал? Не, Антоном. Звучит как база. Так, а ты шо у нас? А у нас смертники, да? Здрасте. Здрасте. Как же мы их пиздим. Так, а этот чел где стоит? Где-то... В этом... Облаке? Достаточно движения. Если бы у нас было чуть больше движения, я бы кинул дуэль на этого типа. О, его теперь можно бить, кстати, почему-то. Интересно, почему? Да ты тупой, я с тобой. Блядь, Антон. Убивай его, блядь. Укончай его, Антон. А, теперь не могу, я подошел и не могу на него теперь навестись. Че за кал? Че, что я делал неправильно? Блядь, как же они меня хотят? Как же он промазал? О, Бабэн. Андрея можно. Рест. Это меня все равно убьют, блядь. Ты можешь успеть нанести свой импакт. О, Бальтазар опять. Он ослеплен, Бальтазар ослеплен. Антон, убивай. Сейчас мы его разъебашим. Андрей, забери у меня хил. Поздно. Мы с Антоном закончим жизнь этого дурика. Если он здесь нас опять не накинет очередное облако говна. Да, я отъеду. Ага. И Антон. Я в ахуе, рука в говне. Я теперь понял, как он организовывал БДСМ хуйню с этой девкой. Он просто накидывал ей это облако, блядь, смертельное. И она сидела как в нем. А, ну конец. И сейчас будет мой ход, и я умру. Ну пиздец, почему у меня бесконечно этот спелл с облаком? Ну пиздец, и теперь я умираю. Ты не можешь блять, я сделать? Блядь, пожалуйста. Думал сбить ему эту хрень. Ну а у тебя будет еще одна атака, давай. Добивай. Да будет, но она не добьется. Ну концентрация там может все-таки сняться вдруг? Ура! Да! Хорош! Антон! Совсем не гандон. А я могу? Я на себя могу это скинуть. Понял. Боже, как же Антон хорош! Только не у меня. Хорош! Одно хп у Влада. Короче. Одно хп. Ладно, ой. Я не хилюсь, я на похуй его добиваю. А ты думаешь, это хорошо? Жмет... Ну да. Ладно, Антон. Это отличная идея, считаю. Блять, умереть. Нам главное не потерять Антона. Если мы потеряем Антона, все будет. Блять, почему так мало урона? Нормально урон. Си. Добраза. Так, теперь надо как-то не сдох.
Андрей, ты можешь это чем-то похилить Влада? Могу фаерболом ебануть. Да, давай похилим фаерболом просто. Это я не знаю. Бля, бачи, это Дима отдых. Да, давай, ищи моему группу. Да кидай, насрать кидай, если ты сможешь их убить. Ебашу. Моя жертва будет не напрасно. Бля, вообще, хотя ладно, не смогу. Антон, проснись, мне нужен твой хил. Вместе с свинобразой. Антон спит. Может, они не попадут в меня оба? Может, я начну танцевать? О, Антона, что у Антона? Блядь! Антон спит, блядь, не мешайте. Он наелся. Вахуя я. Теперь добиваем Влада. Добил меня, добивай меня Влада. Меня не надо добивать. Я не принимаю. Ну все, они сдох. Оно один сдохнет, все, последний. Сейчас, перед смертью сейчас... последний выстрел в меня, чтобы меня добить. Не-не-не, в Андрея, если он... А, ну ладно, еще Антон есть. Рест. Как снообразную резать, есть идея? Так Антон пусть, да, а, земля тебе пуху. Бальтазария... Нет, нежить союзников в пределах 6 метров, почти случай дробящий, лежит, чем, короче, говно. Оживление мертвецов, Андрей, ты можешь стать настоящим алхимиком. Алхимиком. Ой, точнее, некромантом. Извиняюсь. База. А речь ты свинобраз. Заберешь свой труп. Ну, сейчас нету, наверное, шансов. Блядь, свинобразу не участвует. А у нас есть короткий отдых? Вон, тебя... О, подождите, а можно? А, блядь, лагерь склад забить, да. Да ебать, сын. Сука, не могу. Ты хочешь нежить, интересно? Да. А ты можешь убрать Андрея? Блять, ну как? Ну почему у нее текстура ублюдская, тварская? Какие же разрабы ёбнутые твари. О, тут еще одна табличка есть. Возьми, так, ладно, просто куча говна. Андрей, ты забрал с него фигню? Какую? Кепку? Ну, жезл, да, кепку. Да. Да, блядь, подойди ты, подожди, не остановись. Хай-хи-ми, подойдите, подойдите его, подойдите оба теперь к Антону. И девочку тоже. Все, говорим с девочкой. Девочку мы тебя спасли. A valiant performance. I admit, my heart lit like a full moon when you struck down that cadaver. But why betray your kinsmen? Why turn your ire on he who sent you here? Go on, Sharon, speak. The Spear of Night could be meant to sacrifice the Night Song, but are you the one supposed to wield it? Ля, ты можешь ее убить и стать типа тем, кто может. Типа особенным каким-то. Особенно было так особенно. Атаковать. Так, подожди, Влад, понимаешь, я загуглю для тебя, что будет, если ты протнешь ее копьем ночи. Ну, если хочешь. Давай. Блять, она не против девочку протнуть нахуй. Тварь. Сейвся, Андрей. Ну ты и тварь. Пока что мы атаковать это вряд ли твое, наверное, хотя. Я прочитаю, но я не буду говорить вам, что оно даст, если ее убить. В смысле? А зачем ты дочитаешь? Не, ну, чтобы вам не заспать. Не, если будет что-то полезное, то я тебе просто скажу, ну, типа, я тебе скажу. А если будет что-то такое, то я не буду говорить, чтобы вы не делали. Я изначально не хочу ее убивать, я хочу сначала поговорить. Окей, ты засейвился, я начну говорить пока просто. Ладно. Так. Возьмем, чтобы найти сочинение с Петерико и уничтожить его. Бля, ну это такое. Ага, Shadowheart может ее убить. No. Perhaps you are no Sharon at all.
Я Шизич, блин. Баха. Then your task is done. Lay a hand upon me in camaraderie, and I will be free. Давай четвертое. Да. This cage links us, like a parasite's fangs to its host. I am immortal, while I am trapped here. Ну, короче. Free me, and Ketherick will bleed. Баха не будет. Угу. Но мне кажется, она реально может напасть на нас, на... Похуй. Нет, нет. Все убить на что здесь кипит. Кажется, она... это вариант для Антона. Не-не-не, это... ну, типа да, но... Короче, помните, что... помните Тянгу, который убил Антон? Она прислужница этой штуки. И ей, либо она убивает ее. И тогда типа там перерывает. Ну, короче, какая-то фигня происходит. Либо ее не убивать, все, ну типа. Так, сделайте это набросить. А что она бросила? Коснуться ее. За бубы потрогать. А, да, да, да. Сейчас будет кекве. И она сейчас нападает на меня с ножом. Не, она сейчас будет супер красивенькой. По идее. Блин, классная музычка. Давай, бери нож, защищайся. Our Lady of Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Saluna, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more. Поэтому вот в ахуе стоит еще и басоться еще. Обасоться. Ага. И мертвость инобразно за ним. Понял. Элуна. А. Поделись мечом. Поделись крыльями. Поделись броней. И телом своим. I am resplendent. Хуяна. It is your turn, my friend. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. Я смотрю, я хочу молотить. Да, значит, это не получится. Сейчас все вариант, кроме лука или арбалета. Там будет булава Антону. Вторая булава, вторую руку. Ладно, ну подумай, что ты не знаешь, что она тебе предлагает. А может, она свой меч предлагает, Влад? Чему? Отыгрывай, дурочка. А, ладно. Дай меч. Дай лук, дай лук, волосы. Что? Ты что, тварь? База. А награда? Эй! Эй! Аля, она после пусть убьет его? Ну она не пойдет. Она типа наша оружие, я понял. Вот что она имела в виду. Да нет, вообще она должна долбала дать копье говна. Серьезно? Да. Ебать, тебе нормально, что Антону дали два натхнения и Диме одно? Да. У меня ноль. Надо было типа говорить оружие, дай. Получить оружие, конечно, да. Андрей, загружайся, мы должны получить эту глефу. Да она говно, но... Ну, раз говно, туда впаду. Я иду себя резать. Идем уничтожать всех в лунной башне. Убьем, убивай. Только нам главное не нажимать никакой отдых, потому что вдруг она всех убьет, и мы опоздаем. Почему в этой херне так сложно найти дебильную нежить, которая резает? А, вот, вы получаете лунная глефа. Поздравляю, Влад. Отлично, ура! Ура! А, ты нашел? Но мне далось. А.
Ладно, выход от царства свиней. Свинобраз рождается в лесе. Так, Блай. А, ты уже резко? Так, Антона эта глифа не нужна, да? А что, да, а что она там дает? Да нет, он тонна легендарка, зачем глефа? Ну я, наверное, буду носить вторым оружием. Этот объект излучает сияющий свет радиусе 6 метров. Могу ли я нормально? Да, а что у тебя, за спел на ней еще? Смотри, о, я буду излучать свет постоянно. А даже когда я с арбалетом? Нет, когда я с арбалетом нет. Так, ебать, красавица. Андрей, ты умеешь восстанавливать ячейки другим? Да, уже восстановил, проверяй. Буду я кому-то еще что-то восстанавливать. А, у нас это... Ряд, что-то произошло. Где? Ебать, ребята. Ебать. Ебать. Новость. Ребята, блин. Они убили всех в лагере? Да. Нет. Нет. В каком лагере, блять? Нет! Таверни, ТПшнись, там пиздец. Ты пуху. И ходит архистка Мейган какая-то. Ёбаный рот. Не, ну она осквернённая нежитью. А что случилось? Почему? Как это произошло? А, ну видимо... Это был один из тех квестов, которые мы проебали. Какие квесты мы проебали? Ну мы ж когда туда заходили. Готовы ли вы? Ты пухки. Пухуй. Так, ладно, давайте последний файт, и я буду через. А, ну. Еби щитом. А можете встать все вместе? Мы? Отсюда. Уже. Пиздец. Поджигаем. Да некого поджигать. Блядь, Дим, что за спылы страшные? Теперь я Дима колдун-волшебник. Не добей. Дима конченый. Дима по имени 0 дамэдж. Добьёшь их, да? Нет. Сделайте свет возле гигантского щупальца. Может. Я вам просто. Какого вот это? Ну, кто это, да, вот это ада да его. Давай сейчас. Подожди, а мы найдем хотя бы. Торговца нету. Боже, снова. Снова нету торговца. Блять. Почему? Блять. Какая тупая. Нет, дама! Какая хуйня, блядь. Зачем мне так долго с ними отношения настраивать? Давайте мы загрузим. Да, ну. В самое начало игры, давай загрузимся. Давайте я солод буду проезжать до этого момента. Нарушена мне концентрация, да? Хорош, чел, хорош. Сбить их хуй, похуй на них. Тут все говноеды. Симпатия, ну просто разъебошь. Только они постоянно спавнят новые щупальца. Ну да, я понимаю, но хотя бы... А, архистка тоже теперь протянулась. Ну да, это же они скверненные тенью. Это пиздец. Можно будет хотя бы с трупом поговорить. Я не хочу говорить с трупом, она скажет, что это мы виноваты, мы не защитили ее. Блять, сама по себе защищает. Чмо. Так. Она что, такая ничтожная мразь? А скинешь мне, Андрей, какой-то этот сейв до этого момента, то, типа того, как мы зашли в эту встречу. Окей. Ребята, один хрен. Забирайте. Получите, распишитесь. Я не буду его добивать, мне похуй. Понимаю.
Ну ладно, Антон, по идее, может добить обоих. Жаль, что она сейчас походит. Жаль, что девочку убивать. Жаль, что убили обоих торговцев. Что, блядь, ты сигнальный сплэш по правым телам? Да. Я не могу попасть, блядь. Качайся. Девочки, это плачь. Сука, как же она меня, сука, бесит, блядь. Ты можешь просто подойти ближе? А, не, не могу. Ладно, похуй. А не в ахуе. Ладно, ребят, у нас еще есть торговцы в лунных башнях. Может быть, они будут... Мы там всех захуярим. Нет, нет, мы не будем там никого хуярить. Мы уже там всех захуярили. А, почему я левел? Все уровни. А, все уровни получили. Потому что мы убьем их генерала, они согрятся против нас, и мы всех захуярим. Мы не будем никого убивать. Я всех сожгу в огне, блять. Мы не будем драться. У меня барыга нахуй не упал, поэтому земля им пухом. Мы тебя надоем. Удачи. И резать не будем. Удачи. Нет, я бы остальных убил всех. Вот вот. Блять, настроился вообще автомат это не будет. Ты похуй. Ну, будет смысл быстрее идти в следующий. Бать Влада демеджа. Ну по метке да, дохуя. И когда свет еще есть рядом. Смотри, в инвизи идет, идет. Охуенно, охуенно в инвизи зашел, куста. Красава. Я кнопку перепутал. Я должен был сделать рывок. Антон, тут бит. Удар с размаха. Он щитом пытается надамажить ветки. Неумный Антон, конечно. Ой, боже, как обидно, что они все сдохли. Давайте всем хату тебе разнесем. На тебе, бля, ребят. Дамон, не надо, дамон, не надо. Еще один чел? Да ну нет. Это наш чел. Я больше за школьника переживаю. Он, наверное, тоже уже. А мы не можем как-то снять с него эту хуйню? Попробуем поговорить с ним. Особенно в бою. Подойди, упади на колени, скажи, обоссы меня, ну пожалуйста. Слушай, стрела я могу, я не могу не стрелять. У меня есть стрела, я тоже не могу стрелять из-за трупа. Смотри, убей его. Все, невозможно стрелять. А как его теперь убить? Ебать. Интересно. Бля, я не хочу тратить спелл. Очень интересно. Да, заводчики совсем не да. Ой, кек. А не, не кек. Ох, проебали. Ох, я не знаю, как стрелять. Тихо есть. А шо, Ян, да я не хочу, хочу его залутать, они... Да. Волов убили всех. Спать. О, они все. Ой, все, я даже не хочу встретить. Я пошел в лагерь и реагирую. Короче, я... давайте я переиграю наш сейф соло. Я готов потратить 3 часа, но я хочу, чтобы они были живы. Новый уровень, чем, ребята. Блин, это было. 9 уровень, ребята. 9. А, ладно, есть. Получено заклинание, новые заклинания. Третьего тира? Третьего тира? Какого? Воплотить сущность вашего оружия в целом залпе разрушительных снарядов. Изабелл Зорн. Вот вы, кстати, дочка этого Торма генерала. Кстати, у Антона появилось воскрешение, наверное, возьму.
спел, да? Ебать, спелы у меня, ребята! Я стал богом, по-моему, нового мира. Очередной путь Влада от «Я ничего не могу до бога». Ебать, что? Ладно, все, можешь сейваться, я либо, короче. Не хочу даже облутывать там все. Там ничего нет, блядь. Да там у них есть котик. Там же миллиард трупов лежит, все это лайки. Кал. Согласен. Их, их лут от неуважения к трупам. По факту. Ну если бы там был, конечно, легендарный лут, то да, это было бы другое. Почему? Андрей, дай, говоря, на своих пусть занимается этой хуйней все утро, я не знаю, или всю ночь. А потом мы просто продолжим с этого сейва, или сейчас. Сильно. Я уже забуду соло играть, если мы так поступим. Нееет, друзья, нееет. Дохнет, оторвался лохи. А, даже вот так вот можно. Андрей, там вообще... Интересно. Что там, у тебя новый имбоспел? Да нет, это старый спел. Андрей стену тебе ставит какую-то. Я думал, Андрей, ты тебя можешь разрушить просто с мироздания, просто уничтожить все. Это по-любому эти мрази. Да, это в лунной башне мрази, я иду им ебать. Я в соло сейчас пойду вскрывать лица. Антоном, правда, вдвоем. Это вы, блядь, я знаю, это вы, блядь. Антон, на Е. Давай. Я всех убью. А здесь орфисты напали. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Ебать, здесь какая-то лютня. Цвета особенно. Это тут в одном из трупов есть червь. Да его не вижу. Что происходит? Ебать, что цибуло, блять. Сложно. Полностью покорить гуманоидом. Он будет идти с вами и будет союзником в бою. 10 ходов, кал.
Ладно, Андрей, кидай мне сейф. Чё, по один? Я их всех спасу. Они тоже все время идут. Ты в лагере? Да, я в лагере. Чё, ну проверим. Давай взби панну с Антоном. Теперь в следующий раз ты сможешь выкинуть ту хрень. Все. Сохраняйся. Только сохрани на какой-то рандомный этот, на новый сейф. Кинь мне какой-то сейф перед тем, как мы зашли в башню. Не во мне, пожалуйста. Ой. Так, это в теории. Давай загружусь. Посмотрим, где находимся. Ну, точнее, не, мне не надо сильно далеко, знаешь, перед дракой с Бальтазаром. Вот этот вот сейф, который Лабет Шар, по-моему, нормальный. А ты его, походу, и загружаешь. А, ну да. Задержка на стриме вообще-то большая стала. Да, отлично. Замечательный сейф просто. Так. Все, забей. Типа, может, просто выходить из игры. Ну или если хочешь, можем с тобой вдвоем это сделать. Да я в рот ебал. Надо идти есть, нихуя не ел. Ну давай, тогда скинь мне это. Ты скажи, куда потом его закинуть, а я тоже отойду пока на какое-то время. Users heaven data local. Так получается все. Можно идти на покой.